Живы, здоровы, все супер. Друзья, всем доброе утро, вы на канале Хардкор Таверн, с вами трактирщик Амони, и мы сегодня играем в новиночку под названием The Wandering Village. А Wandering, что значит? Вообще, как это переводится? Игорёк, здрасте, Анкл Шагарат, мое почтение, Трогнар, шерстяной волчара, приветствую. Итак, Тиранест, мое почтение. Игра вроде как должна быть интересной из-за своих интеграций с Твичом. Но мы это сегодня с вами посмотрим. Давайте даже, знаете, как сделаем? Я люблю, когда начинаю новую игру играть, читать описание игры, знаете, ну типа, что это такое. Например, банально захожу вот так вот на игру в Стиме и читаю, что же это такое вообще. Но тут интересно, есть на русском описание, нет? В мире, захваченном загадочными растениями, распространяющими ядовитые споры, небольшая группа выживших... Ой, что-то громко. Все громче и громче музыка. Я не могу ее перекрикивать. Небольшая группа выживших находит спасение на спине огромного перемещающегося по миру существа, которое... Все называют Онбу. Вот так вот. Странствующая, в общем, деревня. Это я вчера отыграл концерт в баре, потом сидел, пил и кружки стоял в пирамидке. Нормально. Ну вот тебе награды как раз. 4. Найс, 4 этих кружки, в общем. Эффективно функционирующая деревня – основа выживания. Постройте ее на спине огромного Онбу. Продумайте производственные цепочки, разумно используйте ограниченную площадь этого монстра и создайте общество, которому ничего не страшно в мире, уничтоженном скверной. Сегодня что, книжечку читаем, что ли? Почему книжечку? Нет. Сейчас у нас идет знакомство с новинкой, чтобы вы понимали, что это за игра вообще. Жизнь на спине другого живого существа связана со множеством проблем. Станешь ли ты... выстраивать с Онбу доверительные отношения, чтобы удовлетворять потребности всех, в том числе и гигантского существа, или же станешь паразитом, ценящим лишь жизнь людей на нем. Выбор за тобой. Очень прикольная, кстати, идея. Исследование биомов по ходу путешествия тебе придется постоянно приспосабливаться к изменяющимся условиям разных биомов, которые вы будете захаживать, в каждом из которых свой климат, возможности, опасности. Исследуйте этот мир, отправляйте отряды на поиски редких ресурсов, древних артефактов. Исследование новых технологий также существует в игре. Остатки прежнего мира еще хранят почти забытые знания. Их придется добывать твоим жителям. Так ты сможешь исследовать полезные технологии, но используй их с умом. Ведь прогресс может оказаться палкой о двух концах. Мы не видим новинку, потому что я пока что просто вас знакомлю с тем, что там будет. Выживание в пустошах также в игре тебя ждет ядовитые споры, беспощадные погодные условия, кровососущие паразиты, еще множество препятствий. Казалось бы, весь мир против тебя. Сможешь ли ты выжить? И что самое интересное, жители деревни будут интегрированы с Твичом. И вроде как вы будете голосовать за то, куда как раз наш зверь будет отправляться. И, возможно, какие-то еще другие вещи будут происходить с ним. Старт этой игры выйдет только 14 числа. Пустоши, Fallout, ура. Здрасте, Игна. Запускаем игру. Запускалите. Так. Парапапам, парапапам. Ну, вообще, описание красивое, конечно. Звучит офигенно. Звучит все очень интересно, интригующе. Вот. Музычку глушим. Она вроде как в игре есть. У вас картинка появилась, все отлично. В общем. Мы. Вот эта студия инди-команды из Швейцарии. Большое спасибо за то, что вы с нами. The Wandering Village только что вышла в ранний доступ, а это значит, что многое еще не завершено. Если ты увидишь ошибки или захочешь оставить отзыв, используй кнопку с жучком. Если ты захочешь пообщаться с нами и другими игроками, или у тебя есть какие-либо вопросы, лучше присоединяйся к серверу Discord. Супер. Да, вроде как на игру мне... Сейчас посмотрим. Дали, по-моему, два ключа, если... Надо их найти только. Сейчас я...
Сейчас я поищу. Так. Да, и вот бесплатные ключи для вашего сообщества. Вообще, клево. Но эти ключи мы будем разыгрывать не сейчас, а в релиз. Потому что играть только 14-го выйдет. А сегодня 10-е, это ранее разрешили доступ. Да, и вообще, как бы. Хотя не знаю, когда их разыгрывать. Непонятно, может, они не активируются раньше времени. Так, в общем, если хотите, можете с ними пообщаться в Дискорде. Строим Амони-деревню. Кек, привет, здорово, пом. Настройки. Что у нас тут есть? Звук надо бы добавить, да? Язык, кстати, русский есть, это клево. Сейчас проверим по звуку как. Вроде нормально. Графика. Окно без рамок. Супер. Тень сглаживания. Ну все, качество. Нормально. Twitch. Самое главное. Не подключено к Twitch. Подключиться к Twitch. Жители получают имена из чата, и чат определяет движение онбо. Так, подключим сейчас. Мацарук, приветствую. Доброе утречко. Строим гигантскую таверну. Да. Логин комплит. Логин комплит. Подключено к Twitch как Амони. Супер. Все так просто и быстро. В некоторых играх это все тупит. Ну что? Новая игра? Таверноград. Таверноград. Ветеран какой тут. Новый файл сохранения. Назовем его... Таверн... Тавернтаун. Таверн... Тавернтаун. Тавернтаун. Прикольно. Так, ну сложно, адепт всегда предпоследний выбираю. Жаль, мне скоро убегать. Амония. Кстати, еще новость. У нас тут это... Намечается турнир еще один по Pathfinder нового DLC. Roguelike DLC, которая вышла. Кто дальше за неделю дойдет, типа. Можно будет поучаствовать. Вы бы хотели? Так, начать. Не знаю, какой приз, как всегда, они не рассказывают раньше времени. Но тут больше прикол-то даже не в призе, а в самом факте. Я говорю, давайте мне фигурку Арушала, если победить смогу. Сначала победить его. С каждым новым DLC багов прирост и вагон. Это игра про постройку города на спине. Да, да, Торквин. Пощади, Амони, хватит у детей призы отбирать. Все, начать. Настройка это сложно. Ничего не буду настраивать. Поехали. Ядовитые споры заставили нас покинуть дом, и мы долго скитались, ища укрытия. Но никто даже представить не мог, что нас ждет впереди. Днем. Здорово, Тёмыч. Ну все, коротенький такой, коротенький мультик. Ага. Сразу поехали. Говорит, дома, давай, 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 дома. Так, а где пауза? Есть вообще в игре пауза? Да, есть, кстати. Хочу разобраться с интерфейсом, да? А, значит, слева верхнего угла у нас все наши ресурсы пока что имеющиеся, да? Вода, камень, дерево, все остальное. Справа, к сожалению, все закрыто иконками, да, и вам плохо это видно. Тут у нас исследования. Можно их сразу вести, но они за стоимость исследований, да? То есть я потрачу деньги. А, это стоимость строительства, а исследование бесплатное само по себе, да? Есть три ветки исследования. Собственно, для нашего животного. Для онбу. Рупорная башня исследуется для подачи команд онбу, которые не обязательно будут исполнены, кстати, если с ним хорошие отношения. Позволяет нажимать на перекрестки на карте мира, чтобы решить, в какую сторону идти. Хм. Наверное, это надо будет. Сборщик навоза. Собирает навоз онбу для производства биогаза и удобрений. А нефть, нефть, где качать из этого онбу? Это его кровушка, ты что? Чего тянуть-то, правильно? Так, дальше. Нифига себе. Кухня. Готовит еду из ягод, свеклы и крови онбу. Охидеть. Да, привет, игра «Проходящий остров». Плантация кактуса. Узнай, как выращивать на ферме кактус. Это отличный альтернативный источник воды в засушливом климате. Да, и оно, кстати, пшеницу надо будет по-любому делать.
пекарня даже будет. О, компы, наверное, наконец-то. Смотрительные вышки, коттеджи. А коттедж — это хижина более улучшенная, да? Ларек с едой, прикиньте, обеспечивает продовольствием жителей дальних краев. То есть поставил и все, или как? Пока ничего не понятно, чтобы лучше исследовать. Но для начала, мне кажется, надо кухню все-таки. Готовит еду из ягод, свеклы. Давайте, окей. У тебя нет домов исследований, ты не можешь начать исследование. Понял, принял. Вот. А дальше у нас есть, собственно, детали о еде. Всего еды 100, сырье, расход производства. Хорошо, что все пишешь, чтобы знать. На 16 человек. Фокус на бездействующем. Кстати, люди должны быть... О, ха! Клейтон, здорово. Кто он, Дженди? Клейтон. Интересно, это из нашего чата кто-то или нет? Помка тут, нифига себе. Да, это из чата, реально. Интересно. Офигеть. Прикольно. Не, это вообще круто, конечно. Это вот, вот такие должны современные игры быть. Они должны все с приколами быть, с такими современными. А, ролик был вначале, коротенький. Я бездомный. Ну, а ты что хотел? Так, качество жизни у них тут есть. Каждому 16 жителей деревни требуется качество жилья 1. Энрико. Да не, ну тут не все. Не знаю. Тут, видимо, вначале они как-то постепенно будут заменяться или вообще не будут. Можно, кстати, самому поменять, если что. Ну вот, давайте Игнай сделаем. Че он ходит такой тут? Все. Так, он у нас тоже должен быть бездомным обязательно. Где есть интеграция подобная, там она и есть. Игр самих кастом... А, да. Согласен. Дальше что у нас тут? Это люди, значит, скорость. Книга старейшин какая-то, игровые цели. А, ну это учиться, это отправить. Температура, влажность. Он бы лежит. Токсичность почвы на нуле. Если он бы встанет, будет важна токсичность воздуха. В настоящее время на нуле. Угу. Удары в минуту он бы, можно сердце смотреть. Офигеть. Вау. Карта очень прикольно сделана. Так, впереди какие-то редкие непонятные штуки. Место для сна он бы. Тут автоматически тебя будет закидывать, возможно. Не знаю, как он выбирает людей. Но кто в чате, должны заменяться на жителей автоматом потом. Уже, видишь, сами люди появились. Здесь не забало, как бы. Колечко должно быть. Это мы, да, типа в шее на теле динозавра. Вот, у него тут голод есть, отравление и сонливость. Вот он типа выспится и пойдет, да? Да, оно само должно быть. Здесь не надо балл тратить. Не, ну можно, типа, если вы хотите прям раньше времени, так сказать, залететь. О, ничего себе регион, как он токсичный. И он, кстати, рандомно все время выбирается. Я в прошлый раз начинал, другой был регион. Так, что там у нас получается? Деревня. Онбо. Карта. Угу, понятно. Ладно, давайте попробуем что-нибудь построить. Нижнее, значит. Открыть дерево исследований. Там у нас нет домов для исследования. Есть инструменты для сбора урожая. Инструмент приоритета. А, это что такое приоритет? Установить высокий приоритет. Убрать повышенный, что? Высший приоритет. Да вот найти ресурсы, это как-то вообще? Нет, я не могу сдвинуть таблички. Их там очень много, там не одна табличка. Да там ничего важного, ребят, нет. Ну, типа там просто написано отправить, типа, репорт. Кнопка. Сколько у него ударов в минуту, как бы, и все. Ну и его хп, типа, зеленый. Кругляшок. Вот вы его видите на полупрозрачном. Там и скорость, типа, игры, и все. Это хуже в шее. Люди как бы вообще капец какие, да. Инструмент для сбора, то есть... Давайте попробуем. А, да, как я и думал. Допустим, вот это дерево срубить, да? Давайте. Да, рубите деревья, в общем. Но это как в... мы недавно играли. Собирать только зрелые растения. Ух ты. Собирать злаки. Добывать древесину. Для начала. А можно два сразу?
Почему нельзя и то сказать? Отменить сбор. Ну давайте древесину пока. Камня тут все равно нет. Я попробовал, через Shift не работает. С контролом тоже никак не работает. Собирать все. Ну давайте все поставим пусть. А, вот смотри, только зрелое работает вместе со всем. Ну давайте дерево тогда. Вот, и давайте строительство назначим какое-нибудь. Что-то у нас есть по строительству. Так, дорога. Вот это ягоды, я так понял. Но я надеюсь, кустики не исчезнут, то есть они соберут ягоды, а кустики останутся, чтобы еще выросли. У нас токсичный, мало кислорода. Рубите деревни! Так, ну она такая прикольная, своеобразная. Я люблю, когда игры не идут... Ну, то есть, сама свой стиль создают. Так, есть дом травника, сажает, собирает медицинские растения. Необходима травяная почва. Исследований пока нет. Для онбу чего тут? Еда для онбу. Так, сажает, собирает грибы для онбу. Необходим грунт. Грунт. Вот такой типа. Угу. Тут будет грунт, значит. Значит, здесь будем собирать грибы для онбу. Делает каменные плиты из камня, что логично. Делает доски из дерева, что тоже логично. То есть переработка. Так, а можно ли засеивать леса, или они будут сами вырастать? Сейчас все срублю, а дальше что? Исчезнет весь лес и все. Так, автоматически извлекает воду из воздуха. Работает лучше при более высоких уровнях влажности. Вода не производится в пустынях, кстати. А у нас тут влажно, кстати. По-любому надо будет. Собиратель ягод. Подождите, давайте сразу лучше тогда не будем собирать эти ягоды. Собирает ягоды с кустов поблизости, не повреждая их. Чем больше ягодных кустов окружает здание, тем эффективнее оно работает. Так. Отменяем. А, подожди, оно что-то не отменилось. Отменяем. Мы будем только лес тогда собирать. Да. Поставим так, собирать лес. Вот здесь вырежем и вырежем, говорю. Все вырубим нафиг. И вот тут поставим, значит. Это маленькие деревья типа растут. А может их не надо как-то рубить? Хотя ладно, у нас здесь будет город, короче, рядом с каменной шахтой. Хотя вот здесь, наверное, интереснее, да? В эту сторону, наверное, лучше развиваться, чем на краюшек. Ладно, пока здесь начнем. Под город будем вырезать. Дальше. Собиратель ягод надо поставить. Рядом с ягодой, да, сказали, чем больше, тем эффективнее. Вот сюда поставим. Собирателя ягод. А я не знаю, вот если выбрать спелые, мало деревьев пропадут. Давай попробуем. Молодое маточное дерево. Еще растет. Нет смысла его рубить. Ну, типа, может отдельно вот так отменять. Но это, типа, долго. Лучше подождать, да, и потом срубить большое дерево. Опять же, вот не очень хорошо видно. Видимо, действительно, если только спелое поставить, то он будет собирать только спелое. Надеюсь. Ну ладно, вообще, походу, точечно лучше делать. Лучше не спамить вот так вот все сразу, типа, собрать. А по одному нажимать, что хочешь срубить, что мешает там, и так далее. Двойной клик на дерево не выделит все такие же деревья. Давай попробуем. Не. С контролом, шифтом тоже никак, ни альт, ничего не работает. Ладно, молодые деревья не пилим, чем? Тираны какие-то, что ли? Так, вот еще два. Дальше, значит, что нам еще построить? Сколько это вообще стоит? 15 дерева, 15 камня. У нас всего 30. Сажает, собирает урожай различных культур. Необходима травянистая почва. Потому что еда, мне кажется, очень важна вначале, да?
Сейчас так, справа я сделал. Так, ну и вода. Вода обязательно нужна же, да? Хранилище сырья. Хранит различные материалы по 30 штук каждого. А зачем, если на полу лежит? Может, портится как-то? Как эльф мыслишь, конечно. Так, вмещает 100 бочек воды. Хранилище какое-то водяное. Ну, хранит все виды пищи для жителей деревни. Ладно, здесь у нас собирательство будет. Здесь что-нибудь построим. Наверное, дома надо, да, сделать. Дом исследования позволяет изучать новые знания. Вот, дом исследования сразу надо. Вот тут с пеньком поставим дом исследования. Палатки дает приют двум жителям. Повышает эффективность жителей и обеспечивает защиту от ядовитого воздуха, хотя и меньше, чем хижина. Пост рабочих используется для управления рабочими. Дает им специализацию: носильщики, сборщики урожая или строители. Рабочие в этом здании получают небольшой прирост к скорости передвижения. Ну, пусть работяги тут у нас будут. Угу. И все, да? Дом исследования построили. Палатки, конечно, можно построить. Жилой квартал. Хотя лучше, наверное, селить кого-нибудь, тот, где будет работать, например. Хотя для них, может, потом какие-то апгрейды будут. Типа, рядом поставишь что-нибудь, у них счастье увеличится. Так что либо строить жилой квартал, либо, не знаю. Пока, короче, вот тут построим, пофиг. Сколько они стоят? 5 дерева. Нам надо 8 домиков. Да, 16 жителей вмещает 2. А, кстати, повернуть интересно, их можно как-то? Наверное, нельзя поворачивать здание. Пусть пока это построят. Пусть строят, все, вперед. Поехали, поехали. Гная первый понес камень. Заложат сейчас у нас фундамент будущего поселения. Так, у нас видит, показывает, не хватает ресурсов, да? Недостаточно ресурсов. Нам не хватит камня. Ну и дерева, вообще-то ничего не хватит. Дерево я послал собирать. Послал, значит, надо еще камушку пособирать, по идее. Это камень. Так, а с какой кнопкой, интересно? H. О, удобно. Тоже соберут, пускай. Камень не вырос еще. Подождите, пожалуйста. Слушай, нифига не быстро так строят. У нас появился исследовательский комплекс. Показать дерево исследований. Сюда еще и людей надо, что ли, отправлять. Фокус на рабочего. Рабочий переходит на работу. Он типа будет здесь трудиться, что ли? Следить за рабочим можно. Нет дома у этого рабочего. Потому что не хватает дерева. Ну, бывает что. Раздай команды и смотри. Ну, я так и делал. Ну, вообще прикольная рисовка, вообще мне так нравится. Смотри, как лампово сделано. А, здесь двое из 5 рабочих. Пост рабочих. Разнорабочие, строители. Носильщики. Земледельцы. Разнорабочие, короче, пусть фигачат. Ну, они здесь будут помогать все делать, что надо. А я так понял, нельзя отдельно каждому выдавать. Ну, то есть ты либо всем им даешь, надо несколько постов тогда таких рабочих. Ну, логично, типа, работа. Типа, одни будут, ну, строители, там, другие земледельцы, например. Да? Наверное, так лучше сделать. Лесорубы там. Вообще, блин, реально красивая рисовка такая своеобразная. Мне очень нравится. Пост равно обучение, походу. Не, она говорит, используется для управления рабочими. Дает им специализацию. Носильщики, сборщики. То есть они будут заниматься своими делами более эффективно. Не, мне кажется, несколько надо постов таких. Так, еда. Ноль производства.
Вам как вообще? Прикольная игра с первой? Ну, то есть, вообще о всем складывается впечатление с первых, так сказать, с первого взгляда, а потом уже другое, детальное изучение. Но с первого взгляда вам как вот? Первое впечатление. Интересно или нет? Интересно или нет? Встречают по одежке, да, провожают как, уже по-другому. Смотрите, какой прикол. Почему-то здесь нету. Они типа немножко разные, да, все-таки дома? Или в чем отличие? Почему здесь нет стульчика? Затерянный мир напоминает. Пока непонятно. Так, ягодные сборщики. Назначаем сюда больше людей. У нас, кстати, всего-то 0 деталь населения, 16, 0 бездействует, 0 человек, да? Жилья только для шестерых у нас есть. Ну да, 3 палатки. Выглядит классно, главное посмотреть на экономическую составляющую. Ну, говорят, цепочки там всякая фигня будет. Эффективность и качество рабочих минус 16. Общая эффективность 84. Бездействует, работает. 9 человек работает. Безработных 7. Как-то. Разнорабочих 12 штук. Ну да, если я им выдам какую-то сейчас работу, они будут типа уже отдельно заниматься этим. Нам самое главное домов, я так понимаю, построить. Очень хотят люди жить в домах. Я не понимаю, только можно ли развернуть дома как-то или нет. Наверное, нельзя здесь разворачивать. Двадцать три дерева у нас достаточно. Они пошли камень собирать. Счастливый кто-то идет. Скалер. Так, здесь работяги с эффективностью 63%. Вот тут бы вторую, да, построить. В принципе, для этого все есть. И нам надо склады. Нам надо обязательно склады построить, если я правильно понял. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да, ровно 16 жителей обеспечит. Милорд, не хватает камня. Камня дофига, 21. Все, у нас на все здания хватит сейчас всего. Надо приоритет вот здесь поднять. Пусть строят этот дом. Дорога, кстати, строится бесплатно. Только вот по диагонали она не строится. Так. Я играл, ну, похожую игру, но там начинаешь с каменного века. Надо выживать. Дико строить поселение с самого начала. Ну, не знаю, тут вряд ли это похоже. Тут совсем по-другому все. Так, нам нужно собирать ягод. Есть ферма? Пока без фермы. Давайте воду. Вода важнейший, да, элемент выживания. Здесь будут дома рабочих. То есть, если... 5 дают им, 1, 2, 3, 4, 5. Нам надо будет 3 дома рабочих. 3 дома рабочих надо будет обязательно. В идеале даже 4. В идеале даже 4. Age of Empires. Так, строители. Профессиональные строители, носильщики, земледельцы. Разнорабочий. Все, будет у меня 3 строителя. Будут замечательно работать с строителями. Здесь будут носильщики в таком случае. У нас пока мало строителей. Мало, так сказать, рабочих, что ли. Деревья достаточно быстро растут. Надо их вот спилить, вот эти деревья. Кнопка H, да? Хотя 3 хватит домика. 3 хватит. Так, нужно построить сбор кладовую обязательно, чтобы не портились ресурсы. И бак для воды обязательно.
Блин, давайте собирайте здесь эту всю хрень. Разложили тут, валяется все теперь. Так, еда, значит. Не знаю, дорога вообще что-то ускоряет или нет. Эх, Амонь, санитарные нормы не соблюдаешь. Пожарные тоже, ну блин. Что ты начинаешь сразу? Что ты сразу начинаешь-то опять? Может, построишь склад, чтобы резы не валялись? Я вот хочу, да, кладовую. Но мне не хватает чего? Древесины. Down of Man называется игра. А, есть такая, да. Есть такая. Надо вот этот приоритет сделать выше. Соберите эти ягоды, чтобы я сюда смог построить. Сразу мимо шел и такой, давай сюда эти ягоды. Вот, кстати, сейчас узнаем, они полностью кустик уничтожат или нет. Да, слушайте. Но сборщик ягод не уничтожает кусты. Счастливый пошел. А, они, может, перенесут куда-то это. Бак для воды, кладовая. Хранилище сырья. Различные материалы. Ну, почему бы и не сделать, да? Три хранилища сырья вот так вот пишут. Различные материалы хранятся, еще потом вот так снизу сделать. Такой большой склад, как в Стронгхолде будет. Ну и, конечно же, водицы надо набрать. Водицы обязательно. Вот здесь вот. Склад для еды надо было возле сборщика ягод ставить. Ну блин, а потом другое место будет. Я же еще хочу построить ферму. Ферма, допустим, здесь будет. Пусть ходят носильщики. Это их работа. Нормально все будет. Don't worry, be happy. Заживем скоро. Чего не хватает? Всего не хватает. Блин, не хватает просто всего. Но должны набрать, в принципе. Ух ты, грибочек вырос. Гриб. Полностью выросший гриб, готовый к сбору. Из него можно сделать еду для онбу. Разложение. Так, надо их быстро собирать, кстати. А, у них еще видали, да? Срок годности есть, похоже. Так же, как в недавно играли средневековый. Going Medieval. Надо собирать сразу, типа, пока есть возможность. Смотрите, тут еще температура, типа. На мобиле, наверное, сложно будет не играть. Хотя, учитывая, что есть XCOM на мобиле. А что XCOM? Это пошаговая игру. Там-то никакой спешки. Хотя здесь тоже пауза есть. Ой, это кто такой? Клейтон, блин, смотри, какой ты стал. А ты кто такой? Дом исследований здесь работает, Клейтон. Дом исследований здесь живет, Клейтон. Не работает, отлынивает. Где? Кто отлынь? Пять человек бездействует. Пост рабочих, жилье качественное. Так. Носильщикам нечего носить. Что значит земледельцы, кстати? Земледельцы. О, мы пошли куда-то, ё-моё. Проснулся, он бы. Офигеть. Ребята, сейчас будет качать, держитесь там. Так, это значит земледельцы. Строителя 2 хватит. Хотя не хватит, да? Что-то прям... И не хватает людей, да? А почему? Не понял. Как может не хватать людей? Строителя 3, земледельцы. Ничего не понял.
А у этого что за проблема? Склад полон, милорд. Так склады полны. Давайте строить быстрее склады. Я же поставил кладовую. Ну ладно, с едой вроде нормально. Всего еды минус 2. Да нет, не нормально. Минус 5. О боже, мы умрем. Выберитесь следующее исследование. Открыть дерево. Мы можем апгрейдить кухню. Хижина разведчиков. Отправляет разведчиков для сбора редких ресурсов и поиска новых жителей. Ларек с едой пока рано. Деревенский лекарь лечит отравленных жителей. Давайте разведчиков. Всем привет. Джон Рико, здравствуй. Сим-Сити. Разведчиков сделаем, пусть за новыми людьми идет. В смысле, здесь есть день и ночь? Менялось же. Еще не видел, что ли? Вот, время, час, три дня, сейчас второй день идет. 3 часа текущее время. Смена была дня ночь. Не видел. А она была. Ха-ха. Так, где у нас еда-то вообще? Кухня добавилась. Готовит еду из ягод, свеклы и крови онбо. Непонятно, как это работает, но пусть у нас будет повар, да? О, он как раз вот сюда отлично вкатывает. Центральное будет заведение. Кухня. Ферму надо где-то бабахнуть. Смотри, деревья еще и оранжевые. Ну, в смысле, осенние. Так, под ферму сейчас. Вырубить надо все. Собрать все. И нужно будет сделать дорожку сюда. Фух, вот ночь, смотрите, темно, видите, нет? И мы пошли, кстати, по какой-то фигне вообще. Место для сна он был. Мы нашли удобное место, где нет яда. Он был, может поспать. Свежий воздух. Воздух здесь свежий и чист, никаких токсинов. А как ему предложить поспать вообще? Команды горным. Ветеринар. Кормление он был. Не построена рупорная башня. Да, башню надо построить. Бэф не надо подстывать ротно, блин. Еда кончается, чат. Че не собираем? Ягоды-то. Кто у нас тут вообще ягоды собирает? Ник. Омка, давай ягоды собирай. Трудись упорнее. Ну, на благо цивилизации нашей. Так, собиратель ягод. А, кстати, у них будет пересекаться между друг другом? Вот эти вот. Бонус-бафы. Блин. Не получается. Эффективность 45. 63. 67. 67. 71. Ну, эти-то снесут ягоды. Как 71? Скоро начнем. А, все, в плюс пошло. Плюс 7. Помни, надо бы сказать, чтобы он усерднее ягод собирал, блин. Он сразу, видите, как действовать начал. Блин, что-то строители вообще не строят. Вот построили кладовую, значит, да? 50 ягод максимум. А у нас нету нифига, ни досок, ни камня, ничего вообще. Посмотри, какая каменная плита, алло. Блин, мастерская плотника нужна, да? Доски будет делать. А, и доска, и каменная плита мы никогда не построим. Окей. Лачуга Грибоедова. Дом травника. Короче, надо бы это достроить это все. Тут что надо. Камень есть, древесины нет. Блин, древесины нет. Рубите дерево быстрее.
О, вперед, вперед, вперед! За деревом. Так, это построили практически. Камня не хватает. Камень собирают. Блин, ну мы тут все зачистили. Новый камень вообще будет появляться? Надеюсь, что будет. Вынужден откланяться. Хорошего всем дня. Всего хорошего и вам. О, много кенгуру, смотрите, пошла за камнем у нас. Идет куча камней. Надо разведку, исследуй с разведком. Дерево чахнет. Блин, не, игруха вообще прикольная, на самом деле. Мне нравится. Так, у них тут что, склад опять полон, что ли? Пома настолько эффективно стал работать, что просто супер 3 плюса в еду ушло. Плюс 38. Да нафиг я столько еды-то наделал в таком случае. Отмена, отмена, отбой. Ягодные кусты сломались, нахрен. Ну, пипец. Ну, пипец. Короче, надо другие здания строить срочно. Тут что нужно? С водой-то у нас как вообще? На нуле токсичность. Справа внизу грибочки, грибочки. Оп, грибочек вижу. Гриб рослый. Брать гриб. Приоритет поставим высший. Мне кажется, грибы могут просто потом пригодиться, и нельзя их сейчас упускать, как бы. Фиг его знает. Вдруг кушать захочет наши. Давайте, достраивайте ферму мне, я уже не знаю, хочу посмотреть на ферму. Так, и переработку надо срочно. Срочно нужна переработка нам. Не хватает древесины, не хватает древесины. Мастерская плотник, ого. Так, здесь склады у нас, да, будут? Вот так просто много складов. Ну вот давайте так тогда сделаем. А, здесь ферма, блин. Вообще идеально было бы так слева-справа, да, поставить. Блин. Ладно, плотник, он в лесу будет жить. Мастерская каменщика. Ну, здесь будет. Так. А почему хижины похожи на деревенские сортиры? Не знаю, потому что так выглядят хижины. Это сверху просто. Тут, ну и типа как плоская картинка становится, видишь? Ну вообще не знаю, мне пока очень нравится идея. Такая прикольная. Со временем начинают заменяться жители нашей деревни на тех, кто в чате. Пост рабочих. Людей больше нет, да? Так, нам надо сколько здесь? Участок добавить, удалить участок. То есть мы можем выбрать, где будут расти, да? Это прикольно, кстати. Допустим, вот так вот, да? Угу. Свеклу будут делать, посадить урожай. Вода нужна для этого. Вот зачем вода. И рабочие, кстати, тоже нужны. Фигово дело. Пост рабочих, разнорабочие. Земледельцы. Земледелец, я так понимаю, тот, кто собирает ресурсы, ходит. Так, появилось двое, да? Склад полон, блин. Ну, оставить двух ягодников тогда. Все, пусть сюда идет. В прошлых версиях вода адово медленно копилась. Блин, воду я до сих пор не доделал. Вот, сделалось у меня. Ведерко еле-еле вообще. Но это потому, что влажность. Тут зависит от влажности воздуха. Вода копится от влажности. На собеседование? На носильщика кто последний? Я потом тоскун. Хороший хижина. Для... Из Футурамы, говорит, все равно спит стоя. Ну да. Так, вот у нас склад получается с водой. 100 из 100. Это просто кладовая, хранить все виды пищи для жителей.
хранилище сырья. Вот они начали складывать. Ну все, пошла жара, пошла. Лес-то вырубили. Блин, они пока рубили, тут уже новый вырос. Офигеть. Сейчас даст... А, нам еще надо будет людей. Короче, очень надо людей. Надо за новыми людьми разведчиков отправлять. Че стоим, ничего не делаем? Ты кто у нас тут? Видовик. Чего не сажаем-то нифига? А, он, смотрите, он что, я... А, он точит. Молодец какой. Первый каменчик на месте, сэр. Блин, надо потихонечку убирать разнорабочек. Так вот, одного нам хватит пока что, да? Одного пока хватит, пусть делает. Нам бы кухню построить, с кухней заживем вообще офигенно. Прошлых... Так, вода, давай, медленно. Капец, Тимофей, доброе утро. Кстати, доброе утро. Ты вот привет не пишешь, я не здороваюсь. Что у нас там вообще? Идем к... О, это что такое? Заброшенное поселение. Ей, Десса, здорово. Построй хижину разведчика для разведки окружающей территории. Блин, тут вот ядовитая уже пошла штука. Заброшенное поселение похоже на наш старый дом. Здесь можно найти последних отчаянных выживших. Блин, надо срочно. Сколько нам до исследования? 95%. Надо сейчас на приоритете быстро строить. Это поселение на лысине трактирщика. Просто ты с возрастом стал невнимательным. Да? Ты что, серьезно написал привет? Ну, извините, пожалуйста. Ты не писал привет, что ты мне? Обманывает сидит, смотрите-ка. Здорово, Амон Тимофейк. Привет. Чё? Ничего не понял. Ну да ладно. Я точно там, говорит. Скорее спаси меня. Хижина разведчика есть. Что дальше будем делать? Дает приют шестерым жителям. Повышает их эффективность и обеспечивает достойную защиту. Вау. Склад. Хранит различные материалы. Ну нафиг мне склад. Комфорт жителям. Или деревенского лекаря, опять же. Сборщик навоза нам нужен обязательно. Рупорная башня. Вот, рупорная башня, чтобы давать эти указания этому животине. А ну, назад. Так, стоп, быстро. Где? Где эта разведка? Вот. Хижина разведчика. Отправляйте разведчиков для сбора редких ресурсов в поиск выживших. Это такое. Блин, так надо ресурсов просто пипец как много для нее. А, ее нельзя строить рядом с поселением. На краю где-то надо. Логично, блин. А, здесь может что-то строить буду. Вот тут сделаем. А что склад? Зачем склад? Вот у нас склады есть пока. Еда в минус 2 уходит. Минус 13. Что случилось-то? Что случилось-то? Минус 17. Алло. Вы сажать-то будете? Или они так долго растут? Бездействуют. Какого хрена вы бездействуете? Инструмент. А, им что, типа компост нужен, что ли? Им компост нужен, блин. Уходите нафиг, вон, ягоды собирайте. Вот это самое главное, что нам надо сейчас сделать. Для этого нужны каменные плиты. Я не жал, а так я сапог нажал. Я сапог. А сколько у нас каменных плит? Где вообще... ГГВВ. Каменные плиты. Надо срочно строить каменных плит. Блин, компост этот дурацкий. Они только жрут, короче. Идите работать. Змнолит!
Поля не работают вообще. ГГВП. Чё сразу ГГВП? Подождите еще. Сразу ГГВП. Еще ничего не доделали, уже ГГВП. Доски пилятся? Пилятся, посмотрите. А где они? Монолит! Плит ноль. Куда уносят все плиты и доски? Где общие мои ресурсы вообще? Кто не знает? Блин, склад полон опять. У вас что, столько еды, что ли? Жесть какая-то. Бездействует, прям как жизнь. Двое. Двое разнорабочих бездействуют. Неужто все построили, блин? Не бездействуй. Теперь ты плотник. Мне надо каменчик. Плиты нужны. А, вот, появилась. Ноль каменная плита. Две есть. А, тут и доски нужны, блин. Кто там опять бездействует? А не написано, кстати, нельзя выбрать бездействующих. Два работают, бездействуют, двое. Как кто? Строители, что ли? Блин, у нас еда вообще утекает. Минус 24. Вон же стоят руки в бока. А, все, ноль. Они ждали, короче, пока доски появятся, строители. Досок не было, вот они ждали. Оп, две принесли, да? Ну, мы так долго будем строить, мы уже уйдем, блин. Уже апгрейд сделать. Давайте быстрее. Кто же знал, что так долго доска? Блин, у нас еда просто катастрофически улетает. Что-то с этой едой супер странно все. То она есть, то ее нет. Производство 7, расход 31. Что за нафиг? Это очень странно, очень странно. Пома, вместо того, чтобы собирать, он ест эту еду, конечно. Бездействует один опять какой-то. Бездействует. Блин, да что не хватает? Так долго, просто капец. Камня, что ли, нет? Короче, нужны носильщики, вот что я могу сказать. Нам нужны носильщики. Профессиональные носильщики нужны. Так, 6, еще 2 раза. Вон дерево несет. Ни одному кажется странным, что жители... Да не, какой гоняют. Нормально. Все ради выживания нашего общего дела. Понимаешь? Все как бы честно. Вода закончилась, что ли? Склад полон, двор. Вот. Воды просто дофигища. Компост нужен, блин. Пум-пум-пум-пум-пум. Прум-прум. Да ешь, что такое вообще? Недостаточно рабочих. Ну что теперь недостаточно? Плиты несут последние недостающие. Сейчас еще две сделают. Да, нужно больше рабочих. Нужно больше рабочих. Ой, тут еще потом другую фигню строить. Давайте-ка я отправлю отсюда одного бедолагу на дерево. Потому что камень мы почти доделали, а доски еще нет. С едой полнейший же пиндец вообще. Просто мы сейчас умрем с голоду, как всегда. Но я, если что, не виноват.
Это Пома плохо ягоды собирал. Вы все видели. Все мы видели, как Пома собирает ягоды. Ник. Собиратель ягод. Он их сам носит на склад. И ест там, смотрите, ест, смотрите. Офигенно принес, блин. Принес такой, типа я на склад их отношу, а сам за углом, за ящиком сел и давай точить, как хомяк. Вот дает. Блин, я смотрю на эту игру, вспоминаю игру Деспотизм. Да тут все по-доброму, вон, флажки, фонарики. Минус 20 еды. Флажки, фонарики, минус 20 еды. Так, все, осталось только дерево сделать. Только дерево осталось. И вот несут. Еще, получается, два дерева надо сделать, да? Ну, оно почти доделано, кстати. Блин, а как собирать-то навоз? Я же вроде могу как-то собирать навоз-то, если прижмет. Ладно, хрен с ним, с грибами. Но он, кстати, проголодался наполовину. У меня же еще куча разных зданий, которые я могу делать. Лачуга грибов. Так, мастерские, сбор. Кухню сделали, собиратель ягод, ферма есть. А, это надо исследовать, походу, это здание. Милорд, ваши подданные слишком много жрут. Не, я помню, там прикол был в Стоунхолде. Типа, когда ставишь максимальные рационы еды, они такие: «Милорд, вы нас балуете». А потом сразу в ноль, они такие: «А что, сегодня кушать не будем?» Так смешно это сочетание двух этих фраз, вообще я угорал. Все, добиваем. Поехали. Разведчиков быстрее строим. Быстрее, быстрее, разведчики. Пум-пум-пум-пум. Грибочек. Да, я видел, но что-то некогда собирать грибочки сейчас. Не до грибов, ребят. Не до грибов. Мне не нравится, короче, здесь, что я не вижу общие ресурсы. То есть во всех кладах отдельно лежит. Это прям бесит. Я хочу, чтобы вот здесь сверху отображалось число вообще ресурсов. Причем, смотрите, какой рофл. А, не все показывают. То есть, что у меня, вот 48 ягод максимум, что ли? Смотрите, тут 36. А, ну может это и есть общее. Типа у меня что, совсем нет дерева? У меня совсем нет дерева. Зато камня. А, наоборот, дерева дофига, камня нет. Ну ладно, пусть будет. Пригодится. Все, построилась разведческая база. Открыть карту. Надо двух, кстати, разведчиков. Требуется комплект рабочих. Не комплект рабочих у нас. Ой, еда вообще в минус ходит. Так, кого увольняем, получается? По одному оставляем потихонечку. Ну и как мне его сделать? Ага, вот. Открыть карту. Поехали. Разведывательная группа готова. Формируется группа разведки. Все, поехало. Как они нас догонять будут потом, понять не имею. Вообще жесть. Он бы опорожняется, кстати, если что, держу в курсе. А вот здесь можно было как-то выбирать перекресток. Уже слишком поздно принимать решение. Но туда явно не хочу идти. Там, смотрите, яд сплошь. О, а тут кто? Кочевники. Группа кочевники, ищущая новый дом. Я думаю, они бить нас будут. Там же поближе лагерь был. Точно. Но это... Мы не ищем легких путей. Потом, может, и к нему успеем. Так, нам нужно, короче, сбор компоста. Удобрение будет делаться, да? А, и нужно кухню, кстати, доделать. Доделаем кухню. Может быть, тогда и с едой получше станет. Разведчики уехали. Ягоды собираются. Вроде ничего нового мы не можем сделать, да? Дерево, дерево.
Ну, ближе же, ближе. Ну, а потом тот бы не успели собрать. Дави кочевников, собирай хабар, да. Кто там опять бездействует? Одного строителя оставлю. Что вообще делают разнорабочие? Типа все, что угодно, да? Просто как не написано. Рабочие этом здании получают небольшой прирост к скорости передвижения. В этом месте есть еда для Онбо. И что? Место кормления Онбо. Ну, поешь, я не знаю, ему как-то говорить надо об этом или что? Мы нашли еду для Онбу, и что? Онбу ест. Ага, супер. Онбу, молодец. Но это, видимо, мне повезло, потому что когда такой еды я не найду, мне надо будет самому его кормить. А... Блин, прикольно. Ну, такая игра прикольная, на самом деле, во всем. Пум-пуру-пум-пум-пум. Рупор надо, да, чтобы ему команды давать, куда поворачивать и так далее. Хижина разведчиков построена, куда идти дальше. Впереди перекресток. Да, тут, в принципе, сообщаются разные такие действия. Почему не строится-то? Куда-то доски все унесли. Вот, непонятно. Может, они на складе лежат? Чего не понимаю. А, тут 4. Она не учитывается, серьезно говорю. То, что вот лежит здесь, почему-то сверху не показывает. Вот тут 4 доски, а сверху нет. Что дает ему еда? Ну, просто, что он идет и не умирает. Если он умрет, у него вот полоска ХП под камерой, зеленый кружок, то мы не сможем существовать. Мы с помощью него спасаемся. То есть вот тут порча, яд, загрязнение мира. Нам нужно уходить от него. И мы нашли способ, типа, выживания на спине этого зверя. И наша задача, мы можем по-разному развиваться. Мы можем либо настроить с ним доверительные отношения, то есть кормить его там, ухаживать за ним, проблемы его какие-то решать. А он за это нас будет, типа, возить, куда мы хотим, там, на перекресток поворачивать, куда мы хотим, чтобы избежать опасности. Либо же можно его заставлять, я так понял, как-то. И быть какими-то паразитами на нем, просто портить ему жизнь еще больше, но заставлять делать то, что надо. Там отображаются общие ресурсы складов, а мастерские в учет не идут. Да, но хотелось бы, чтобы все шло. Я думаю, он больше станет. Не знаю, кстати. Может, это ограниченное пространство не вырастет. Ну, скорее всего. Тут типа в этом и прикол, что тебе нужно стараться так развиться, чтобы... Ну, в условиях замкнутого пространства там что-то писалось про это. Блин, ресурсов не хватает, да? По 4 плиты. У нас людей нет. Самое главное мне сейчас людей найти. Вот, надеюсь, привезут из того дома новых работяг. Да, придумано интересно. Хоть небольшая группа, как всегда, инди-разработчики радуют. Домики пока построить, что ли. Почти сделали кухню. Кухня очень нужна. Еда немножко вверх пошла. Вот это да. Что же это такое случилось вообще? Со склада принесли. Итак, новый апгрейд. Открыть дерево исследования. Пункт Онбу ветеринара. Отправляет рабочих лечить Онбу от яда и других болезней. Это вот штука прикольная. Команда для сна Онбу поспать. Онбу лучше спит в специальных местах для сна. Онбу кухня. Готовит из грибов еду для Онбу. Да, придут новые. А кушать-то нечего будет. Разжижатель пищевых продуктов. Превращает обычную еду Онбу в жидкую для кормления с помощью насоса. Что? Инъектор.
используется для укола фонбу. Ничего себе. Насос для кормления. Чего тут только нет, прикольно. Так, сборщик навоза, кстати, надо. Компост же будет... О, лесопилки. Производят древесину из гигантских стволов на спине вон. Да, и были такие, я видел. Компостная куча. Компостирует мозг стрим... Ой, компостирует навоз для создания компоста, удобрений или биогаза. Топливо для очистителей. Деревенские апгрейды. Узнай, как выращивать на ферме кактусы. Это отличный альтернативный источник воды в засушливом климате. Пшеница. Деревенский лекарь. Лечит отравленных жителей. Ларек с едой. Три дня будет делаться. Два дня. Мне кажется, надо хижину сделать. Ну или, не знаю. Хижина клёво, чё. Правда, нужно и дерево, и доски. Чай кактусы. Вдруг уедем, да, в этот? Ну ладно, кактус быстро. Хотя два дня не быстро, нифига. Кактусовый шнапс будет. Я вот не понял, как сажать-то вот эту фигню. И людей не привозят, нифига. Ну вот они приехали. Хлеб нашли. Видите, и там успели в итоге. Всем привет, здорово, Краш. Хлеб, отлично. А, вот что еда в плюс-то пошла, походу. Кактусовая водка. Ну а что, нормально звучит. По два осталось, да? Нам надо людей, блин. Текилу из кактуса гнать будем. Я не против вообще. Я вообще не против, на самом деле. У нас один строитель бедненький строит. Но зато как хорошо он настроил. Аж две хижины добавил. Бонус сопротивления яда тонь больше. Тут у нас что? Бак заполнен. Воды, говорит, просто умотаться. Ой, блин, мне надо, короче, одного сюда чувака. Я просто хочу понять, как это будет работать вообще. Давайте небольшую пока сделаем площадь. Небольшой кактусовый рай. Посадить, переключить плантацию. Много кенгуру у нас, кстати, единственный фермер. Представляешь, кенгурушка? Я надеюсь на тебя. Ой, нифига он там. Поспать, короче, он хочет очень сильно. Он бусанлив. Зевнул так зевнул, блин. О, приехали почти разведчики. Так. Опа. Принять решение, посмотрите-ка. Переселенцы. Ты встречаешь группу переселенцев, ищущих новый дом. Позволишь им присоединиться? А сколько их? Все к себе. Отложить такой. Поселенцы поселились в твоей деревне. Плюс один голодных жителей пришел в деревню. Один житель пришел, серьезно? Один житель пришел, да? Ну ладно. Такой себе, конечно. Иди вон в мастерской трудись. Что поделать-то? Блин, ну один это вообще... А, это мы еще не доехали. Это из разведчиков. Это вот отсюда мы собрали. А вот еще здесь присоединяться, по идее. Ну, блин, он бы уснул. Не доехал 5 шагов. А мог бы раздавить их нафиг. И букашек. Так. А ты прокормишь плюс одного-то, конечно. Сейчас много кенгурушку нам засеет, смотрите. Домик-то. Пошла куда-то, не по... Куда пошла-то? По-любому есть. Идет в хижину разведчика. Стопудово за едой, я вам говорю. Тут весь хлеб уже съели. Обработанная еда повышенного качества. Изготовленная из муки.
Вот так вот. Нет, сверху написано 17 человек у нас. Чё бездействуешь? Я как раз домики построил, кстати. Здрасте. Здравствуйте, Лимеренс, мое почтение. Ты поставь мне задачу на посадку. Так у меня написано. Или может ничего не надо тут нажимать? Скал! 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 Друбаган, доброе утро. Так. Может, правда, тут не надо бы ничего жать? Во, за водой пошла, кстати, реально. Ай, улыбается, говорит, наконец заработала. Заработала. Это наш, походу, строитель. Досок нет. Каменных плит. Давай, вон, осталось чуть-чуть. Сейчас кухню построим, заживем. Не, компост для улучшенной, наверное, посадки нужен. Ну, типа, более крутого. Вот, пошла, пошла, смотрите. Вот, не надо бы оставить нифига, блин. Не надо бы ничего нажимать, да. О. Господи, так это же свеклка. Да нормально все сажается, и так. Не, музыка, кстати, прикольная. Такая туземская, что ли, не знаю, как сказать. Вот эти стволы деревьев можно будет рубить, да, 200, если лесопилку сделать. Угу, понимаю. Так, у нас есть дерево, есть не так много, но камень. Но камня. Не так много, но камня. Борщик. О, построилось. Классно выглядит вообще кухня. Здесь даже рабочие есть откуда-то, непонятно. Так, это ягодные мюсли будем варить. Из трех, кстати, 5 еды. Кухня офигенная. Ой, запыхтела. Свекольник. Но мы только ягодные мюсли пока можем делать, поэтому пусть делают. Блин, не, прикольная игрушка вообще. Такая простецкая, но прикольная. Кто там повар-то, кстати? А, Ангел Шагарат, ёпт. Повариха наша. Кашевар, так, здравствуйте. Забавно, но без ПВП игра, ну, такой. Да это типа для... расслабление нервов. Отряд разведчиков вернулся, с ними пришли люди, желающие вступить к вам. Всего их один. Всех фермеров надо обучить на юристов. Они сажать будут лучше, не только овощи с грибами. Правильно, я, говорит, по профессии повар вообще-то. Нифига себе. А еда супер в минус у нас уходит почему-то при этом. Что-то прям с едой проблемки. С едой проблемки. А можно ли эти дома апгрейдить как-то, интересно, или нет? Он бы спит. А, рупорную башню, кстати, надо поставить. Ее только на голове он бы можно сделать. Кричать команды ему. Так. Ух ты, да, она достаточно быстро, кстати, растет. Ничего себе. Ну да, сюда больше людей надо. Вообще быстро растет. Только успеваю, он даже не успевает окучить такие большие территории, так сказать, один. То есть на одного человека примерно получается 8 клеток надо. Мешок с флажком появился. А, типа склад заполнен.
Воды у нас много. Каменотес. Кто у нас каменотесы, кстати? Пауль, неизвестно кто. Скайлер. Скайлер, интересно, это чат или нет? Оп, точит. Оп. Удивительно. Аноним. Как ты эту цифру-то вообще нашел? Follow me. Ну-ка, давай посмотрим. Ой. Фига-то, это же этот самый. Космический рейнджер или кто он там? Ну, кстати, ничего так. Ту-рун. Куда мне поехать-то можно? О, пещера какая-то. Заброшенная шахта с железной рудой. Пу-рум. Девушка, походу, после зубного от анестезии не отошла, говорит. Короче, 1-8 клеток нормально делает. Надо больше работяг. И вообще строить надо чего-нибудь. Блин, так долго сюда ходить будет. Всего 5 досок, кстати, надо. А у нас даже 5 досок нет. А, ну 2 есть на складе. Клариса, чего бездействуем? Чего бездействуем? Это кто вообще? Пост рабочих. Тут у нас земледелие. А, собирать вам нечего. Камень есть? Ну, соберите немножко камня. Ту-ру-ру-ру-ру-ру. Тун-тун. Вот. Пусть камень собирают. О, новое исследование. Отлично. Можно другие культуры, значит, сделать. Шино. Для исследования нужны знания какие-то. Что еще за знания? Не хватает знаний. Знания, которые собрало племя, исследуя этот мир. Можно потратить на исследование новых технологий. Офигеть. Нельзя еще и просто... Давайте хижину. Мне кажется, нужна хижина. Или сборщик навоза. Сборщик навоза — это то, что надо вообще. Так. Ну что, кто у нас будет работать на сборке навоза? Выбирайте. Посмотрим, это решит рандом. 3 доски надо еще. Блин, я вообще-то вам дорогу сделал. Чего вы ходите по прямой? У нас, кстати, в городе также дороги делают часто. Чик-чик-чик. Никто не ходит по ним, естественно. Так тропинка вытоптана рядом. Так а новеньких нету, нифига. Вакансия сборщика навоза пока свободна. Да. Музыка действительно подходила, на самом деле. Еда вроде есть, но ее не успевают приносить на склад. На коня одного привели всего лишь человека. Кукуруза топ. Смогли бы кукурузный ликер гнать в промышленных масштабах. Мы еще кактусный этот не сварили, подождите. Что? Кактусный надо сначала. Привет, как ты? Ультра-медиа. Вот так вот. Шикарно. Блин, Pathfinder хочу снова. Слышали, конкурс на Pathfinder будет. Ну, не конкурс, типа испытание. Там вышло DLC Рогалик. Ту игру уже закончили? А какую ту игру? У нас все в расписании все. Не знаю, что значит ту игру. У нас много было разных игр. Что за конкурс? Не знаю, что ли? Ну, я в Дискорде скидывал. Размножение не хотят. Находить не хотят, а потом жалуются на тяжкий труд. Да не то, а вот это вот. А, насчет этого не знаю. Надо уточнять.
Пум-пум-пум-пум. Конкурс такой, что кто за неделю, короче, дальше дойдет. В этом новом DLC. Там по островам путешествовать, типа, надо. В поисках сокровищ. И разные острова дают тебе разные бонусы. То есть ты там маршрут, карту устраиваешь и так далее. Я хочу завтра поиграть утром в Pathfinder. И посмотреть на этот DLC вообще, что он там из себя представляет. Скорректировать, что мы там будем делать, посмотреть, хоть я тут даже не видел. Повара менять надо сразу. А что дадут? Они знают, как всегда, они не говорят, что дадут. Я сказал, что мне нужна фигурка Арушалая. Мне сказали, ну, возможно, только победи сначала. Вряд ли, конечно, это будет так. Что-то Stone... А, Stone Shard. Ты говорил, что она RPG и рогалик. Да, понял. Stone Shard. Нет, мы как? Основной сюжет прошли, который доступен в раннем доступе. А если только путешествовать дальше... Ну, Stone Shard еще будет, но не сейчас. Тут, видишь, новинка вышла, плюс испытания в Pathfinder. Плюс две игры заказали. Обновить хочу компьютер. Зря, что ли, коплю, говорит. Ну, Stone Shard пойдет, я думаю. Не знаю, какой вопрос взять. Тролля Мантикора убил? Нет, вот я говорю, еще будет Stone Shard. Но просто столько всего сейчас, некогда в него играть. Он все равно в раннем доступе подождет. Я еще даже не знаю, где тролли. Вообще понять не имею. Так, у нас достроился... Нифига, почти. Строитель один-единственный ходит. Пока дойдет до этого удаленного уголка, уже проголодается и обратно идет. Так и живем. Torchlight, говорит, Infinite не проходил еще? В стиме можно, говорит, скачать открытую бетку. Блин, Torchlight еще какая-то вышла, что ли? А с третьей, ее третью-то хотя бы допилили до нормального состояния. Ну, вот. С кухней получше дело пошло. Правда, ягоды стали заканчиваться. Их таскать нам не успевают. Хорошо, что мы кухню рядом со складом сделали, кстати. На тролля в Маншире дают задание, на Мантикор не знаю где. Окей. Torchlight Infinite — это убийца Diablo Immortal. Короче, шляпа какая-то мобильная. Ясно. Я в такой не играю. О-о-о, наконец-то! Мы делимся спектакля одного. Скол, друзья! Ау, наконец-то смог пробить. Нифига себе, 40 месяцев, представляете вообще? Вирцеска, приветствую тебя. Спасибо, что остаешься с нами, да прибудет с тобой сила, добра и позитива. А вообще, у нас все, вот видишь, значки ВИПа, вот у Шугарат там, например... Все сабы, что были на Твиче, и кто хочет продолжать с нами поддерживать таверну, они перешли на Бусти. Бубусти. Вот. И там подписываются. Там все написано, как бы, если что. И получается, вот кто на Бусти подписан, они получают вместо фонаря значок VIP-пользователя. В чатике. Просто сейчас подписываться люди перестали, потому что нельзя ни вывести, ни оплатить, многие не могут. И вот. Все переходят на Бусти, поэтому... Да, Бубусти. Теребонька, привет. Вчера, кстати, мне ответили в ВК Live Play, которая вот это вот насчет ключей для стрима. Там кто меня спрашивал, будет ли стрим на ВК Play, который нафиг никому не нужны, там 8 человек сидит. О, разведчики приехали сейчас. 7 железок вот принесли. Фиг его знает, что это такое. А все, нам некуда идти, мы все исследовали, да? Ожидаем, как говорится. Ожидайте раз. А можно пока разведчиков, значит, раз. Раз. Приостановить. Кого я вижу? И добавить работяг. Мне нужны носильщики, кстати. Вот прям потомственные носильщики. Да? Вот одного, короче. Разнорабочего добавлю. А смысла нет места. Опа. Вы встречаете небольшую группу кочевников, ищущих новый дом. Позвольте им присоединиться. А сколько их, небольшая группа? Взять к себе. Двое кочевников. Здоровенных жителей пришло. Здорово. Кстати, надо им лекаря построить на всякий случай. Да, не знаю, зачем вообще. ВК Play — это только для того, если вдруг не будет Твича.
Таскальщики, да. Это все еще бетка. Ну, мне разрабы ранний доступ дали и два ключа для розыгрыша в сообществе, но мы их разыграем на релизе игры. Так, бомбило от того, что Atomic Heart убрали из Steam и ВК Pay. В смысле убрали? А там ВК ты можешь купить в Steam. Нет ничего такого. Боже мой. Да ну, ребят, хорош. Нафиг ударить их по подписке Twitch. Это бессмысленно вообще. Мне... Зачем это? Просто бессмысленно. Спасибо большое. Я играю в гадость от Юбика в Ghost Recon Breakpoint. Уже 74 уровень персонажа. Завершу побочки и тоже заброшу. Не позитивно как-то звучит у тебя все. Играй в то, что тебе нравится. В смысле, уберут? Кого уберут? Насколько я знаю, можно будет спокойно в Стиме все купить. Они просто Mail.ru пиарятся, чтобы у них покупали в магазине. Ну, эти ВК, это же Mail.ru раньше. Магазин, это Mail Games. Так, кухня. Можно, кстати, двух поваров сделать, да? Это хотелось бы. Привет. Карточные рогалики будешь стримить? Например, какой, Милоратик? Привет. Например, какой? Скажи, а мы посмотрим. Два повара должны добавить нам, да? Что вообще еще построить надо? Вроде как достроилась уже эта фигня. Он бы куда-то показать взаимодействие. О, ничего себе, могу теперь идти. Бежать даже можно от тумана. Прекрасно. Командует он бы лечь и отдохнуть. Всем привет. А вас не варик? А зачем вообще куда-то уходить? Твич самое хорошее. Продуманное. Единственный минус, что сейчас вывести из него нельзя ничего. Так, у нас все время уменьшается еда. Но я надеюсь, два повара решат ситуацию. Кто у нас второй повар, кстати? Киликата, ты у нас повареха тоже. Вместе с Чагаратом. Два повара. Atomic Heart заявили, что страницы игры в Steam уберут для СНГ. Только для Европы оставят. Ой, какие они. Так это же, ну, реклама. Это просто тупо. Они... Я... Блин, нахера они так делают, я не понимаю. Блять. Просто, чтобы ты у них покупал. Так, ты встречаешь небольшую группу, два кочевника. Мне надо срочно что-то с едой делать. Угу. Но надо больше поваров, потому что, в принципе, у нас есть ягоды и есть свекла, то есть нужны повара. Давайте попробуем третьего повара. Бедные люди, я им сейчас наготовлю, да? Destin for you, третий повар у нас будет. Все. Повара есть. А что еще могу построить? Хранилище нам не нужно. Мы дом вроде как исследуем сейчас, да? Да вообще заставляет в этот ВК плей, блин, сраный. Хер он сдался мне. Я так понимаю, надо будет устанавливать лаунчер Mail.ru, да? Для этих игр. Грибы. Ну, пока нам рановато грибы делать. Дом травника я вот планирую сделать, просто чтобы он был. Пусть сажает травки тут какие-нибудь. Вот тут пусть будет. Где бы его сделать-то? Может, вот здесь. С одной стороны, плантация. Нет. Блин, только здоровый этот дом травника. Капец. Здоровеннейший вообще. Но в городе не хочу его делать. Ты куда меня отправил, изверг? Людей спасать, готовить еду вкусную, надеюсь. Тоже далеко устанавливаете здание. Потом таскать до склада долго придется. Я просто не хочу кучу этих разных игровых лаунчеров. Это такой бред, конечно, вообще. Всем привет. Здорово, кот бегемот. Atomic Heart заявили, что вообще все уберут оттуда. Не знаю, сейчас же есть и страница, и все остальное. ВК Play, кстати, хотят развивать. Atomic Heart специально из стрима.
А, из Стима, РФ и Беларуси уберут, чтобы в РФ и Беларуси его покупали в Акаплей. Они уберут это, чтобы прибыль к ним шла, а не к Стиму. Вот и все. Это единственная причина, по которой они ее уберут. Типа, пиарят эту игру, чтобы максимум продаж было у них в магазине, а не у Стима. Конечно, они так делают. Но это не значит развивать, это значит рубить бабла. Развивать и срубить бабла — вообще разные вещи. Что-то как-то это... Сейчас надо будет прилечь нашему диплодогу. Ну и плюс купить игру без танцев с бубном. Вот смотри, согласен, давай допустим. Вот ты хочешь купить игру в Стиме. Мне, потому что Steam очень нравится. Комьюнити, сообществом, мастерскими, там, общением, страницей, сколько людей играет в игру. И вообще много информации, и обсуждений, и комментами, и все там есть. Удобно, классно, и сообщество огромное у Стима. И я, допустим, хочу с танцами с бубном купить, но в том магазине. Потому что мне нравится, что оно все там в одном месте. Почему ты убираешь у меня возможность? Давай мне выбор сделать, где я хочу купить ее. Согласен? Ну, типа, тебя, что ли, волнует мой выбор? Давай я сам выберу как-нибудь. А они тебе альтернативы убирают и говорят, покупать только у нас, и все. Здесь не действует яд, так что он может спокойно выспаться. Это хорошо, мы ему сейчас как раз предложим лечь здесь. Он бы тебе не доверяет. Офигеть. Игнорирует команду. Щегол. Ха. Нафиг я это строил вообще тогда? Капец. Построили, блин. Да уж. Представляете? Не доверяет мне. Еда, кстати, в плюс пошла, слава богу. Три повара стали вывозить. Так вот это мне и не нравится. У нас постоянно такая фигня. Типа, если бы я им доверял, как бы, да, вот они бы сказали, чуваки, вот мы сделали для вас магазин. Можете купить у нас без всякой фигни. Ну, кто хочет там, ну, можете париться, типа, что. Вот это был бы правильный ход. Он бы мне, во-первых, добавил авторитета им, ну, то есть доверие бы добавил к ним. В лице их компании, и что они действительно хотят что-то помочь. А так это просто типа, блин, да давайте мы закроем везде, это же наша игра, и пусть у нас все покупают. А что, клево, с бабок срубим, потому что все ее ждут. Вот так вот это было, скорее всего. Видимо, я все же норм готовлю, да? Чат тебе не доверяет, поэтому сабуется на Твиче. Да не говори, блин, Тимофейк. Это же ты этот у нас аноним. Спасибо тебе большое. Я только не понял, где выбирает должен Twitch. Twitch должен выбирать, куда идти должна она. Это фигня, то есть на вот таких перекрестках. Идти на север, идти на юг. О, о. Ой, пещеры, блин. Да подожди. Подожди ты, блин, лесопилку нельзя, кстати, исследовать. Компостная куча. Компостирует навоз для создания компоста. Да у нас даже нет навоза, вот только появился. Экстрактор желчи, извлекает желчь из желчного пузыря Уонбу. Фу, это что, он туда прям залазит, что ли? Надо, наверное, кукурузу сделать. Лекарь надо, деревенский лекарь. Лекарь надо. Блин. Так, а куда я их там направлял? Вот сюда, по-моему, у нас. Да здравствует король! Во! Я тебе спектакль волшебный покажу! Лимеренс, спасибо тебе огромное, что ты присоединяешься к нам на Бусте. Напиши в чат, я тебе роль выдам, випчанскую. И спасибо большое. Ну вот. Так, как там? Жалко, что нельзя просто нажать на никнейм, допустим, типа, дать вип, все. Или можно так делать? Надо прописывать команду.
Итак, здрасте. А, ну вот с Киберпанком также было, что CD Projekt говорили, что можешь купить на любой платформе. Но если купите на GOG, поддержите нас лучше. Так, мы получим... Да? Да, ну вот это же клево. Это правильно, я считаю. И вот таким я доверяю. А, настройка включил, да, чтобы зритель все делал, он голосовал. Нет разведчиков. Да как нет-то, ну... Блин, грибник потому что встал. Ходи, грибник. Блин, куда они ушли? Был же работяга где-то. Шорт, подъеби. Ну, с кухни нельзя убирать. С ягод тоже у нас еда и так минус. Здесь остановили производство. Блин, он все равно меня не слушается. Нафиг эта вышка. А, так он меня, может, поэтому и не послушал, что людей не было. Ты смотри, за такое банят, Дэйма. Даже не пиши нигде такое. За такое бан на Твиче. За выпрашивание аккаунтов. Я серьезно говорю. Ты типа не докажешь, что ты в шутку там писал и так далее. Мошенники ж так и делают всяком. Настройки, давай проверим настройки. Настройки, Twitch. Все включено. Чат определяет движение онбо. Чат, ну определяйте, ну в конце концов. Подключить. Подожди, подключено как Twitch. Амони. Ну. Логин комплит. А где не вижу, я не знаю, как это делать. Может быть, в чате какие-то команды попадать должны, или что? Не знаю. Что. Или надо какое-то, да, расширение, наверное, какое-то, я не знаю. Ну вот, видишь, нету его, нигде не писалось, что надо установить. Может, они его допилят потом пока. Но люди же называются, смотрите, с чата. Спасибо за фото. Вот ты гнаю, мы сами называем. Ну, короче, есть же у нас тут вот. Дофига. Где остальные там? Гоу бухать, какие путешествия. Да. Спасибо за фоллоу. Приветствую в нашей таверне. Так, разведка уехала у нас, да? Блин, куда не уехала, что ли? Формируется группа. Че формируется? Давай быстрее едь. Быстрее, быстрее давай. Сейчас проедем дом и все, не успеем. С едой проблемы капец большущие. Надо что-то делать быстрее с едой. Не успеваем. Не успеваем ни хрена готовить. И вообще надо людей новых где-то искать. А что они редьку не кушают, что ли, свеклу? Повара, может, надо тогда. Досок максимум у нас каменных плит. Досок всего хватает вообще. Что-нибудь новое. Сборщик навоза. Да нафиг он мне сдался. У меня мюсли на другой. Мюсли. Так а что, ягоды же есть. Ну давайте на свеклу сейчас доделают вот это. Доделают, поменяем. Ох, как быстро заработали. Да, как-то. Побежал за свеклой. Ее даже не было у него. 9 еды сделано. Ой. Бехемос. Правильно читаю? Надеюсь, никнейм. Если что, скажи, как к тебе обращаться. Добро пожаловать в нашу таверну. Будь как дома и приятного просмотра. Так, он бы игнорирует наши команды. Сборщик навоза исследовано. Замечательно. Давайте построим. Наверняка только хвоста можно строить, да? Ну да, где же еще навоз собирать? Блин, да до сюда вообще нереально дойти. Конечно, не завидую чуваку, который здесь будет работать. А кто же здесь будет работать? Блин, они никогда его не построят. Сюда таскать так долго надо будет. Я, наверное, даже дорогу сюда не буду делать. С другой стороны, это важнейшая работа. Важнейшая. Красивенько! Красивенькая и важнейшая работа.
VIP, конечно, на сборщиков навоз попадет. Не знаю, посмотрим. У нас людей пока нет вообще. Один я не жал, а так я сапог нажал. Я сапог. Само вообще, как всегда. Так, надо чаще смотреть на карту. Разведка идет. Он уже уехал, они не сдохнут там вообще. О, это что у нас? Святилище. В этом месте хранят древний артефакт с забытыми знаниями. Вот это да. Ой, тут группа выживших, можно к ним пройти. А там зато яд будет. Блин, и тут яд, в принципе, так что какая разница. А тут еще штормы какие-то. Я не жал, а так я сапог нажал. Температура может повлиять на рост растений. Блин, мы же сдохнем без еды. Да-да, я могу на сборщик навоз. Чего уж там, не против. Очень важно, на самом деле. Так, нам надо свернуть вот здесь. Назначайте рабочих на рупорную башню или активируйте ее. Да ё-моё, не могу ее попросить свернуть. Стоп. У меня нет рабочих. Ну как так-то? Бедные земледельцы, блин. Надо работяг быстрее. Показать взаимодействие. Пожалуйста, повернись. Идти на север. Так, стоп. Амония просит... О, во! Стоп. Пиши... Чего? Подождите, Амония просит, он будет идти на север. Согласится? И чё? Да, напишите, я не знаю. Да, реально, просто все так. Офигеть. Да, конечно, ты, блядь, что нет-то нахер? Кто там да, нет пишет? Конечно, да, что, на север идем. Там эль клёвый варят. Нет, нет. Что начинается? Нет, каким тут. Нет, знаешь, кого ответ? Так. Ну-ка, что у нас там в итоге? Повернули? Да просто нет, никакие хэштеги не нужны. Блин, прикольно работает. Выберите место назначения на север. И что, повторно, что ли? Сейчас, как это работает вообще? Он бы не доверяет тебе. 2 минуты 56 секунд. Да какой мне? Чат просит. Я-то что? Я не за себя прошу, за чат. Он заколебал мне не доверять, да. Гвинт Ведьмак, да. Стримили. Гвинт моя любимая карточная игра. А шо, что он шарт все, что ли? Новинки вышли. Что, новинки играть? Я же не стример Стоуншарда. Просто пока не было новинок, играли в Стоуншард. Ну и смотрели, что там нового. У нас, смотри, какая тема. Во-первых, в Pathfinder вышла глобальный новый мод. Там плюс турнир будет устраиваться. У нас уже была победа на одном турнире по Pathfinder. Это первое. Второе. 2 игры заказали на прохождение. Это третье. Стоуншард подождет. Новинка вышла. Это 4-е. Вот хочу ее постримить. То есть я же не могу все сразу показывать. Амония, может, поэтому не доверяет, что чат решает? Да нет, он и до этого мне не договорил. Как голосовать? Просто пишешь «да, нет», когда есть такой выбор. Ну, это давненько Милоратик было. Гвинт — моя любимая игра. Что за турнир? Чем заключается? Короче, давайте паузу поставим. Мне про этот турнир уже все спрашивают. Все спрашивают про этот турнир, поэтому я зайду и прочитаю вам. И покажу даже. Откуда этот турнир готовил наступление. Итак. Ну, DLC, я так понимаю, все знают, какое там DLC, да? Так, а я вам пока показываю, а вы подписывайтесь на Boosty. Вот такие дела. Восклицательный знак ком на английском. Вот она группа. Морские волки, хорошо ли вы изучили таинственные острова Бездны? Готовьтесь, потому что на следующей неделе с 12 по 18 число пройдет турнир Полуночных островов. Любой желающий сможет принять участие в соревновании на лучшее прохождение роуклайк режима DLC номер 3 «Пройти острова» в одной из 5 номинаций. Об этом мы расскажем в понедельник, 12 сентября. Мы объявим условия турнира. Я вот вчера общался с ними. Вот, ну, мне предложили поучаствовать, и как бы почему бы и нет, я не играл в DLC, можно будет завтра, точнее завтра утром я хочу его посмотреть вообще, что там, что нас ждет, и глянем, что за DLC такое. Любые классы, сам создаешь группу и вперед, там бесконечный режим, рогалик, по островам будешь разных, разные острова тебе, ну, короче, посмотрим завтра утром, все, все, кому интересно, завтра утром Pathfinder. Что за игра-то, Pathfinder, гнев праведника. Очень крутая, лучшая, наверное, RPG года стопудово. Для меня и игра года. Она этого года вообще, нет?
Там где? К северу, кверху. Так, куда он, кстати, пошел-то? Поворачивать, чел, ну. Нет, не повернул, да? Козел, не доверяет он мне. Как мне довериться-то? Уж слишком поздно принимать решение. Мы пропустили работяг, кочевников забрать надо. А, кстати, а что с разведчиками? Вдруг они там сдохнут нафиг. Нет, вроде. Нормально. Еда в плюс пошло, чудо-то какое. Но это потому, что два разведчика улетело, жрать перестали, и вот тебе и радость. Так, а как там процесс постройки? Ну, ничего себе, уже, кстати, каменных плит натаскал. Один строитель, один. Ходит, работает, молодец. Досочки вот несет. Шагарат здесь ходит. Ты куда пошел? Прям с поля-то не ешь. Кенгуру, у тебя воруют редьку. Свеклу воруют. Ты смотри там. Она ж только 14-го выйдет, не поиграть. Вот в эту игру мы будем разыгрывать два ключа для зрителей наших. Не сейчас, а в релиз. Релиз будет 14-го. Сейчас нам дали ключик посмотреть на игру. Ну, показать игру, так сказать. По-моему, очень даже симпатично. Судя по игре, земля плоская. Ну нет, это же не земля. Это же только спина. Так, еще пещера, еще... Блин. Карьер, большой карьер, полон камней и других полезных ископаемых. А, так это тоже можно было посещать. Блин, ну короче, разведчиков надо постоянно юзать. Что тут у нас случилось? Недостаточно ресурсов. Свекла закончилась. Блин, давай вари тогда это, ягодные смузи. Короче, все плохо у нас что-то. Не хватает людей абсолютно. Вся проблема нехватки людей. Нехватка людей полнейшая. Этот вообще меня не слушается, утырок. Задолбал уже. Ну хрен с ним тогда. Так, доски есть, плиты есть. Может еще одного фермера поставить? Пока есть возможность. Все, пусть делает. Отряд разведчиков вернулся. Они принесли железной руды 6 штук. Блин, это железная руда на мне. Куда мне ее девать-то? Людям жалко, нельзя отправить, да, их? Давайте сюда отправим. Тут у нас скоро заражение начнется уже. Типа мирная жизнь заканчивается, пора готовиться к болезням. А мы как раз исследуем хижину лекаря, да? Окей. Помню, на Gamescom или еще где-то ее видел. Понравилось, но забыл про нее. И тут, на тебя. Да, я тоже ее увидел на одном из этих выставок игровых. И добавил ее себе сразу. Так, что нового-то мы можем сделать? Вот, дом травника мы построили, но травы пока не выращивали. И травы-то нам как раз пригодятся. Что такое? Свежий воздух здесь. Воздух здесь свежий, чист. Никаких токсинов. Замечательно. Благодарю за фоллоу. Приветствуем в таверне. Будь как дома и приятного просмотра. Так, он был, сидит. Приуныл что-то, решил посидеть. А, он тут сейчас ляжет, отдохнет. Давай, отдыхай. Отдыхай. Мой хороший. Так, грибник, короче, тоже отдыхай, иди работай вот сюда. Зевнул так зевнул, блин. Здесь не действует яд, отряд разведчиков вернулся. Так, надо следить, да, за всей этой фигней. А мы дома-то не научились новые делать? Пост рабочих? Нет, я его не исследовал, да? 96, почти сделано исследование. Скорость можно и быстрее поставить, но я пока не вижу в этом смысла. Вроде как и так все нормально. Еда в плюс пошла стабильно. Ну что там, готовить научились, что ли, чуваки? Вообще отлично. Вот видите, практика, что делать. Третья вышла серия «Властелин колец», есть шо. Да я и вторую не смотрел. Мне первое так такое впечатление устроило, что я вообще не хочу дольше смотреть. Очиститель борется с распространением токсичных растений, используя биогаз или желчонбу в качестве топлива. Угу. Хижина. Лесопилка. Ну, то есть биогаз — это вот добыча желчи. Надо будет его покормить. Видимо, если я его буду кормить, он ко мне проникнется.
разными. Погладить онбу, чтобы повысить доверие к себе. Вот что надо качать, короче. Ко всему можно привыкнуть. А нахера, если мне не понравилось? Ну, типа, зачем мне привыкать к тому, что мне не нравится? Меня же не заставляют это делать. Типа, я посмотрел, но не зашло. Все, не смотрю. Занят более интересными для себя делами. Давайте, может быть, действительно пункт онбу ветеринара. Отправляет рабочих лечить онбу от яда и других болезней. Если мы сейчас в яд пойдем, нам может это пригодиться. Так, и мы сделали врача, да? Да, деревенский лагерь. Не хватает у нас досок для этого. Врача по-любому надо будет. Вот здесь очень хорошо врач подойдет нам. Или рядом с лекарем сразу поставить. Нет, далеко ходить, наверное. Не знаю, блин. Ну, не знаю, блин, куда же его поставить-то? Он такой здоровенный вообще. Во, вот сюда врача поставили, к домикам. Хотя, вдруг я эти домики потом вообще снесу. А можно ссылку на турнир? Ну, пока ссылок нет, только новости просто. Они 12 числа сделают все официально. Тут есть сражаться с кем? Сражения. Есть такие сражения, хочу. Война, солдат. Нет, это симулятор, так сказать. Выживание, который будет... Ну, хотя, может, и будет, я не знаю. Но ты борешься в основном с разными факторами внешними. Ядами там и так далее. Которые будут тебя отравлять жизнь. А нам здесь не хватит досок, да? Ну давайте, пилите доски. Дерево есть, в принципе. О, достроили. Даже человек сюда работает кто-то. Лило. Лило будет собирать у нас, значит, навоз, да? Производство биогаза и удобрений. Ну, пошло-поехало, как говорится. Да и так прикольно довольно-таки, но с легионами было бы круче. Ну да, было прикольно. Это больше на Frostpunk похоже, я так понимаю. Только немного по-другому выглядит. Немного, полностью по-другому выглядит. Ссылку на новость, да, конечно, можно. Заходишь в наш Дискорд, и там вот она прям. Ссылочка на новость. Давай-давай, присоединяйся. Так. На основном канале Таверна где. Медитативная игра. Вот сейчас можно немножко и ускорить. Правда, надо следить всегда за тем, что происходит. Мы входим в яд, там вообще пустыня, кстати. Оазис со свежей водой. О, люди, ништяк. Правда, действительно, нужно будет уже подготовиться. Еды надо будет. Короче, на ферму отправим новых людей. Все, сразу отправляем на ферму. Повара, в принципе, успевают готовить. Еда аж заканчивается. Добывать не успевают. А так все отлично. Супер-пупер. У меня сейчас вот тонкий баланс, ровно, плюс. Ну, то есть, ровно. Травки растут. Их собирать надо, кстати, или нет? А, ну, долго растет. Обратите внимание, вот здесь 8 клеток успевает сделать. Здесь больше. Пока оно вырастет. Сколько вот он сделает? Надо еще тогда засеять. Один травник, значит, успевает больше засеять, чем свеклы. Надо примерно узнать. Блин, они вообще по дорогам не ходят. А хотя дорога-то недостроена же дорога. Вот самая ответственная работа. Сборщик навоза. И у нас уже, кстати, появился он, да, немножко. Вода стала уходить. После того, как мы сделали два
Блин, ой, мы в яде прям фигачимся. Степень заражения пойдет. Отравление 0. Что это за цвета такие вообще? Еще и плохая погода нас впереди ждет. Блин, какой отряд-то делать опять? Я уже забыл, в этом Pathfinder'е выходит DLC редко. Редко. Я все забываю уже к этому времени после стольких игр. Какие-то супер классы там напридумываны были. Надо будет зайти в предыдущее DLC и посмотреть, какая пати у меня была. Можно меня в сборщики налогов записать. Навозов могу тебя записать в сборщики. Сборщики налогов только с випкой. Что за оазис? Ну вот сейчас узнаем, разведчики придут, посмотрим. Когда эволюция дойдет. А тут автоматом принимает. Видишь, оно сам выбирает. Destiny for You выбрался. То есть это рандом как-то решает, кто кем будет. Пома у нас тут. Ну, можно, конечно, и самому поменять. Много кенгуру. Можно и самому. Так, разведка приехала. Ух ты. Спустившись в шахту, отряд попадает в огромный зал. Вокруг лежат ржавые куски пластинчатой брони, которая, наверное, предназначалась для существ вроде Онбу. Офигеть. Броня для Онбу. Народа больше и стало чуть легче. Ну, немножечко, да. Прикольно было бы за очки канала роли раздавать. Да ради бога, давайте. Ну, роли вы, ты имеешь в виду здесь, в игре, если хотите. У нас вообще-то есть это вступить в рейд. Но здесь дорого будет. Надо сделать, короче, роль, которая будет, по сути, ничего не значить. Например, для событий таких. Например, угостить таверну элем, да? И, допустим, это там, ну, грубо говоря, 5000 манеля. Просто, типа, ну, слить просто типа, очки. И, типа, присоединяюсь, типа, вот в игру, например, да? И угостил таверну. Должно быть, это артефакты древних времен. Давайте воспользуемся ржавыми и старыми деталями. Эти ржавые куски бесполезны. Идем искать редкие ресурсы. Давайте, должно быть, это артефакты. Давайте возьмем. Ну и что? Разведчики берут все, что влазит в их сумки и уходят. Нифига. Усовершенствованный строительный материал, сделанный из железной руды. Три цаха, это очень много, мне кажется. Железо 30. Давайте дальше. Блин, это офигенно. В оазис, да, идем? Надо, в общем, все эти вещи посещать. О, вот здесь люди могут. Поселение. Одно из немногих оставшихся поселений, которые еще не поглощены ядовитыми растениями. Некоторые жители деревни могут захотеть присоединиться. Это зависит от того, счастливы ли ваши жители. Но надо в оазис сходить сейчас. Хотя вода у нас вроде как есть. Зачем нам туда идти? Вода, вода есть уж нас. Надо всех в разведчики. Вдвоем три железа притащили. Не, они молодцы, сильные, ребят. Ну, камень пусть тащат. Или вот сюда, в этом месте хранится древний артефакт с забытыми знаниями. Поехали. Формируется группа разведчика. Вперед. Так, рабочих. Рабочих. Так, мы хотим лекаря, да, построить. Все почти хватило, да? Рупорная башня не работает. Да понятно, он меня один хрен не слушает, что и работает. Будем навоз собирать. Ту-тум. С досками проблем, надо на доски кого-то назначить. Онбу опорожняется, кстати. Держу в курсе. Онбу хороший мальчик. Еда в плюс пошла. Сейчас самое главное встретить этих чуваков. Пум-пум-пум-пум. Пур-пум-пум-пум. У нас еще склады могут... Так, построили лекаря, кстати. Нужны травы. Да, вот выходит, что один травник может... Ну, примерно сколько нам?
12 клеток, да, засеять вот столько. То есть один ряд можно убрать. Ну, хотя пусть так будет. Тут как раз хватит. Ну да, нормально. Мы счастливы? Ну, кстати, где тут? Да, наверное, счастливы. О, фокус на бездействующем есть. Офигеть, попался. Сборщик навоза. Где он бездействующий? Едет навоз собирать. А в чем разница? Ничего не понял. Там он был опорожняется. Пусть собирает. А он бездействует, да? А, так. Ну, лекарям я даже не могу сейчас. У меня нет больных-то, наверное. Кто это, кстати? Пострабочих. Земледельца. На склад несет, да? Ага. Нормально. Интересно, докуда здесь вообще развитие будет? День 17 у нас уже пошел. На бездействующем занятым и просто на бездельном. А, то есть кто прикреплен к какому-то зданию и нет, да? О, вы встречаете небольшую группу. Взять их к себе полностью. Их трое. Ничего себе, здоровенных жителей пришло в деревню. Аж трое. Блин, это же вообще кайф. Трое жителей, прикиньте. Фух, у нас уже 22 работяги. Всех на навоз. Всех на навоз. Так, ну одного лекаря, одного пока хватит. Потом, еще одного чудесного фермера, чтобы было побольше у нас. Ягодок, давайте варите вот из свеклы. Нужны вообще носильщики на самом деле. Так, разведчики-то вернулись, давайте их... А, так они вот здесь, где они, что они там нашли вообще? Уже разведали. Отряд разведчиков вернулся. Они получили знания. Вау, знания получили. Это супер редкая штука. Давайте еще вот сюда сходим. Ну или можно пока в оазис сгонять, а потом еще сюда заехать. Блин, там торнадо впереди. Слабая гроза может повредить непрочные здания. О-оу. Повышение численности населения. Потребность жителей деревни увеличилась. Проверьте их верхние панели. Чего? Проверьте их на верхней панели. Ага, не хватает жилья, да? Численность населения лагеря. А, так тут еще будет качество жизни. Каждому из 22 жителей деревни требуется качество жилья 1. В общей сложности 22. Качество еды. Еще им тут общая эффективность. Блин, нифига себе. Каждому качество еды нужно им еще. Офигеть. Все усложняется, смотрите-ка, все. Если так подумать. То есть мне, во-первых, дома нужны. А я исследую сейчас как раз дома. 75%. А, нифига не дома. Он бы ветеринара исследовал. После плохих погодных условий может ухудшиться и настроение. Это что получается? Игра Dwarf Frost. А, Fortress для детей? Что? Да не знаю, не сказал бы, что он для детей. Она просто с рисовкой такой прикольной. Но это чтобы не сильно тратиться на игровом движке и не делать мега оптимизацию. Так, качество еды. У него все отлично. Им нравится, что они с кухни кушают, да? А кухня делает... Где вообще узнать, какого уровня эта еда? Обработанная еда повышенного качества, изготовленная из свеклы. Ну, наверное, повышенное качество — это больше единички, да? На ужин, говорит, сегодня ваша любимая. Ничего, под соусом мне лень. Найс. Блин, а они что там? А, уже приехали. Мне только непонятно, как разведчики уходят. Ну, то есть... Вообще непонятно.
Ой, снежок какой-то пошел. 3 удара в минуту, сердце. Сердцебиение. Влажность. Холодно, ё-моё. Очень холодно. Капец, и что делать? Падение температуры может повлиять на рост растений. О-о-о. Хуже она от этой стилистики не становится, я полностью согласен. Игра офигенно выглядит. Приветствую. А Black Gazer прошли уже? Что-то она задушила нас под 4-м акте, в предпоследнем. И всем не захотелось ее смотреть. Вот. Ну а я что? Я стример. Мое дело показывать то, что люди хотят видеть. Не вкатило, так не вкатило. Я ничего не могу сделать. Трум-трум. Так, и что это такое? У нас здесь недостаточно ресурсов. Как это недостаточно ресурсов? Трав нет, что ли? Так он что получается? Реально кого-то лечишь, что ли? Дэйм, а ты кого лечишь нам? Резервы 5. Качество еды. Ух ты. Съедено обработанной еды за последнее время. Какой еще обработанный? То есть ему надо покушать сходить. Плохое качество еды. Все, офигел, что ли? У нас вон куча еды вообще наготовлена. Куча еды наготовлена, он, блин, не ест. Сам виноват. Да я даже не о визуальном плане или дизайне, я о глубине игры. А, ну мы, видимо, просто не играли в этот Dwarf Forest или Frost, как там. Так, у нас, кстати, 2 знания целых. Я хотел вот это выучить, погладить онбу, чтобы лучше с ним отношения, да? Или лесопилку. Ну, лесопилки, наверное, нам не нужны сейчас. Плантация помидорчиков. Узнать, как выращивать на ферме помидоры. Они устойчивы к жаре и быстро растут, но требуют много воды. Блин, с водой могут быть проблемы. Измельчает пшеницу. Узнай, как сажать и собирать урожай пшеницы. Блин, надо, наверное, все-таки хижину сделать, да? Повышает их эффективность, обеспечивает достойную защиту. Это более крутые дома, чтобы людям в ней круче жилось, да? Продовольствием жителей дальних краев. Ну это вот это. Сборщику навоза надо вот здесь ларек с едой поставить, да, чтобы он не отвлекался. И вообще ему дом здесь поставить, пусть живет себе. Так, что-то с пола съел. Да коня фиг с пола есть, как бы. Че, он лекарем работает и не знал, что с пола есть не надо. Ему там не хватает ничего вообще. Каких ресурсов не хватает? Трав, что ли? Бездействует. У нас закончилась редька. Давай тогда ягодные мюсли продолжай варить. И, кстати, тоже их мало уже осталось. Блин, что-то фигово. Что-то фигово у нас. Не налажено вот это вот. Жалко, что тут нельзя одному сделать одно делать, другому другое. Ну, то есть, поняли, да, как? Нет, лучше обед, чем мозги соседа. Численность лагерь. Всего жилья 24, всего людей 22. Качество еды всех устраивает. Общая эффективность даже превышает норму стахановских. Смотрите-ка, бам-бам-бам. Может, лекаря пока переквалифицировать? Фермера? Пусть она делает много травчиков, что ли? Травника ты имеешь в виду, а не фермера? Так-то у нас реально вода заканчивается. А, не, нормально. А, не, ну еда как бы так, примерно плюс-минус стоит.
Я все время забываю про карту внешнюю. Капец, пропустил дом, блин. Быстрее введите-то. Так, а отряд разведчиков вернулся, они принесли 40 воды. Вот почему воды нормально было. Или построить уже ферму кактусов. Ферму кактусов. Ну, я могу, кстати. Кактус 200. Так, температура. Что такое разложение мороза? процентов рост. А из кактуса что я буду делать? Что я буду делать из кактуса? У меня вода есть пока. Зачем мне? Пока ничего не надо. Настойку. Настойку. Так, у нас... Ой, дождь, ливень, шторм, гроза. Формируется группа. В смысле, ты в этом хорош формироваться. Быстрее давай. Во, прибежали, блин. Быстрее полетели, там он... людей надо взять. Короче, ладно, лекаря пока убираем. Склеба он. Не работает ни хрена. Так, растения, что воду много пьют, будешь выращивать. Мне надо носильщиков вообще, потому что не успевают чуваки тут вот. Поварам приходится самим носить себе ингредиенты. И этим тоже, кроме того, что просто работать, приходится постоянно куда-то идти. Ой, что и происходит? Сломался дом в шторм, короче. Снесло ветром, получается, да? Ну, починили, ладно. 1-2 бездействует. Чё бездействуем? Строитель. А, ну понятно, все построил. Он бы ветеринар. Можно в любом месте построить. Так, что там? Вы встречаете группу поселенцев, ищущих новый дом. Позволишь им присоединиться? Конечно. Конеч, сколько голодные жители? 4 человека. Аж каждый раз нам все больше и больше присоединяется. Вот что я заметил. Досок нет нифига. Он был ветеринар. А что ему для этого надо? Что он там? Лечить он бы от яда и других болезней. Но он пока вообще-то не болеет ничем. Привет, стример. Безер. Безрес, приветствую. Надеюсь, правильно читаю. Безрес. Играл в Oxygen Not Included? Нет, не играл. Что, хорошая игра? Возможно, не надо было так далеко ее строить. Ну да ладно, я не хочу здесь с поселением рядом строить. Просто неизвестно, какие ему нужны вообще ресурсы там. Три повара у нас есть, нам надо добавить еще одного фермера. Для фермера, собственно, нужно увеличить поля. Пусть вот так работягают. 4 человека, да? Куда они все разошлись вообще? Здесь один. Сюда кто-то устроился? Нет. Ну и ладно. Это строится. А, они пока просто разнорабочие, получается. Безработных бездействует 4 человека. Безработных. Земледельцы. Хочу сделать носильщиков, короче. Строители-носильщики. 5 носильщиков. Пусть вот просто носят. И посмотрим, насколько это сработает. Так, безработный один. Земледелец приходит. Так, разведчики-то приехали. О, он просто свернул куда-то сам, прикиньте. Ты куда пошел-то? Ты че, тут люди стояли, блин.
Ух ты, грибы какие-то. Отравленный лес. В этом лесу полно отравленных растений. Здесь можно столкнуться с чем угодно. Поехали. Не знаю зачем, но да ладно. Густой лес. Можно найти древесину или грибы. Не, хочу в отравленный. А прикиньте, заболеют чуваки мои. Это тоже такой симулятор. Развиваешься в центре какого-нибудь метеорита. Очень замудренный, но интересный. Капец. Но нет, я эту игру увидел только из-за выставки какой-то. И из-за того, что мне потом еще разрабы написали. Отряд разведчиков вернулся, с ними пришли люди. Так это я их где нашел? Вот в этой деревне, да? Население. Поэтому ко мне так много присоединилось, из-за того, что у них радость большая. Ладно, продолжаем. Продолжаем. Разведчики молодцы. Сейчас может перестать хватать еды, как мне кажется. Хорошей, качественной еды. Мне надо либо еще одну хижину сборщиков делать, ну, либо фиг знает. Спудимум, приветствую. Травник очень хорошо работает. Что-то с досками проблема. Еда очень быстро улетает, не хватает на всех. Вот если бы повара не носили сами себе еду. Ну, по идее, должны носильщики сейчас поскладывать все, и тогда повара просто будут вот здесь брать рядом. Ну, я надеюсь, что так будет. И Гная, кстати, у нас самый главный носильщик. А мой, может еще одну хижину разведчика поставить? Можно будет два отряда заплатить. Да у меня людей нет. Ну и в принципе проблем-то нет с тем, чтобы... Проблем нет в принципе с тем, чтобы отправлять их. Просто надо следить все время, я забываю. О, а куда мы лес про... А, мы ушли от этого леса. Вот, кстати, еще одна деревня сюда надо будет сразу отправить тоже. Не забыть. Мне кажется, мне сейчас трав столько не надо просто. Трав этих дофига уже. И вода стала улетать. А, нужно конденсатор воды ставить. А они как бы есть пить не просят, тут рабочих вообще не надо. Поставил, и оно себе работает спокойно. Правда, нужна древесина и камень. Древесина и камень. А у меня, наверное, нету чуваков, которые будут собирать это, да? И всю древесину и камень переработали. Так, немного леса. Кстати, лес что-то спилили, он не растет новый, заметили? А люди бездельничают, милорд. Почему не растет новый лес-то? Сейчас лес закончится, что я буду делать? Что делать тогда буду? Там вообще пустыня. В пустыне не будет воды. Пипец. Но ягоды-то будут расти. Ну да, вот лесопилку, кстати, надо будет исследовать. Надо ее уже исследовать. А стример играл когда-нибудь в Settlers? Я все Settlers играл, обожаю эту серию вообще. Я еще играл в игру гораздо круче, чем Settlers. Под названием этот... Как она там? Ну, короче, блин. Она мне даже куплена в Стиме, хотя и лет 20 больше даже. Блин, как я мог забыть одну из моих любимых игр вообще? Пум-пум-пум. Как она называется? А, Культурас называется. Тебе не хватает одной хижины. Думаешь? Да, не хватает. Новые люди же пришли.
Ты играл в Культурас? Гусеница. Кстати, он или она? Просто интересно. Тут жратая гусеница. В пустыне высокая температура. Там кусты хорошо расти будут, наоборот. Вообще кайф тогда. Я думаю, мне надо собрать еще один, ну, еще один пункт сбора ягод. Что-то носильщики не успевают, даже 5 носильщиков не успевают. Не, я даже не слышал про такое. В то время очень много годных стратегий было. Там и воевать. Ну, короче, Культурас самая крутая игра вообще, которую я видел из стратегии. Самая крутая вообще. Так, разведчики больные, кстати, вернулись из леса. А что не... Отряд разведчиков вернулся, они принесли травы. 11, некоторые разведчики отравлены. Сильно страдают от яда. Что бы это ни значило, нужно их лечить, я так понимаю. Недостаточно рабочих. Дэймон, надеюсь, ты вылечишь наших разведчиков. Ой, что там происходит? Он бы сидит. Пригорюнился. Так, это Дэймон, идет лекарь. Молодец. Четко. Четко сработано. Разведчики отравились, да. Это прискорбно. Палатка построена, так все теперь счастливы. Безгранично счастливы. Эх, диски у метро, говорит. Какой же запах был этой коробки от диска. Для третьего Цезаря есть отличное современное развитие. Так, лекарь, а вылечили всех моих разведчиков? Уважаемый лекарь. Так, это вылечили. Все, все готовы, поехали. На новые свершения. Нам надо вот сюда за людьми. И там еще люди, кстати. Я, глядишь, только реально не смогу вывести. Хижина исследована. Так, стоп, в смысле... Давайте-ка открываем. Не, никаких онбу кухни мне не надо. Давайте посмотрим, что-то есть. Может, правда лесопилку? Ну, блин, лесопилка что мне даст вообще? Ничего, дерево и так, в принципе, пока есть. Быстро растут. Ух ты, смотровая вышка. Увеличивает разницу обзора на карте. Коттедж крутой какой-то. Воды-то хватает. Я сейчас второй экстрактор поставил. Удобное жилье вмещает до 4 человек, повышает эффективность жителей и обеспечивает достойнейшую защиту от яда воздуха. Коттедж. Ну тут какое-то стекло нужно, я его даже делать не умею, поэтому нет смысла. Ой, сколько тут всего. Лаборатория сложных лекарственных веществ. Ну, короче, самая большая проблема в том, что мы будем болеть, да? Кровавый колодец автоматически извлекает кровь из сердца онбу с каждым ударом сердца. Этот процесс немного увеличивает голод онбу и немного снижает его здоровье и доверие к тебе. Ух ты. Компостирует навоз для создания компоста или биогаза, топлива для очистителей. Здесь лесники собирают побеги с маточных деревьев, не нанося им вреда. Чем больше маточных деревьев растет вокруг здания, тем выше эффективность работников. Блин, клево, надо лесопилку, чтобы лес не кончался. Клево, клево, клево. Блин, погладить он бы надо тоже было изучить. Давайте сначала погладим он бы, чтобы он доверием нам, проникся к нам доверием. Че, у нас реально камня дерева нет, что ли? Прям вообще настолько все печально. Пипец. Ну потому что все, о чем мы думали, это как еду сделать. Обычный запах пыли. Да, нет, дерево, камня. Два всего, да? То есть надо земледельцев, короче, добавлять.
Так, здесь пониженная низкая эффективность, да? Засушливый климат. Ну, сейчас придут работяги, пусть земледельцы. Опять же, земледельцы нафиг они нужны, да? Они же только добывают из того, что на земле лежит. То есть не воспроизводят новое. Надо именно рабочих каких-то хороших. Так, дерево выпиливается, камень приносится. Потихонечку, правда. У нас весь камень еще на переработку уходит. Может, пока остановить вообще? Хотя нет, нам может потом на все новые здания понадобится очень много каменных плит, досок. Нельзя останавливать процесс. Ну, лесопилку в следующем по-любому исследуем. Без нее уже никуда вообще. Потому что леса-то мало. Хотя лес, кажется, дофига. А вот камень может закончиться. И здесь даже не достроено. Как же мы без онбу ветеринара-то будем? Вы что тут сидите? Бездействуете. А, у них ресурсов нет. Ничего не растет, что ли? Ну да. Оно вообще не растет. В этом климате вообще не растет свекла, прикиньте. Вот это поворот. А, не, вроде растет. Но очень медленно, очень медленно. Они все засадили уже. Так, что там? Присоединиться, поселенцы. Взять к себе. 5 штук. Пипец, вот это да. Их реально каждый раз все больше и больше. Ну давайте... Блин, ну воды не хватит мне столько. Нет места для посадки. Все, теперь есть. Мне кактусы не нужны, мне надо вещи, из которых я могу делать еду. А это только ягоды или свекла. Из другого я пока что просто не могу сделать ничего. Так, и плюс мне надо земледельцы есть. Трители не нужны больше. Носильщики. Так, надо... Блин, даже не знаю, куда их отправлять. Фух, даже не знаю, куда их реально отправлять-то. Сколько у нас бездействующих? Во-первых, надо дома новые, да? Всего жилья 26. То есть надо 3 дома построить дополнительные. Или проще хижину бахнуть. Классную. Классную хижину построим. Пусть кайфует. У нас уже целое поселение, кстати. Качество жилья фиговое. А это какой уровень жилья? Количество кровати. Качество жилья 1. Ух ты. Качество еды им тут подавай. 3? А какое 3? Это как вообще сделать 3? Качество еды. Еще и разнообразие, прикиньте. Все, нельзя вообще новых людей набирать, иначе у нас просто будет отвратительно. Это... Блин, а где мне вообще новую еду-то брать? Подождите, если исследование, допустим. Деревня, да, вот кухня. И где новые виды еды брать? Надо, значит, помидоры фигачить. Или лучше пшеницу, конечно. Пекарня это всегда самое крутое. Да, надо будет пшеницу идти. Итого у нас сейчас безработных 0. Ну, я понял, сейчас будем исследовать. Воды вообще нету. Кстати, мне реально 0 воды, потому что мы в пустыне.
Давайте, правда, немножко посадим. А, слушайте, кактусам вода нужна вообще, нет? Блин, я как тогда помню свою первую стратегию. Это были казаки, да, казаки офигенные в свое время были. Да, они сейчас клевые. Конденсаторы вообще в засухе не работают. Низкая эффективность. Ну и когда мы выйдем с этой херни? Никогда, там еще и жесть будет. Ох, повышение температуры. Надо заворачивать нафиг с этого места. Так, и разведчиков надо куда-то отправлять. Заброшенное поселение. Шахта. Блин, тут реально хоть куда можно их отправлять. Там еще был редактор. Я в нем просто часами не вылазил. Вот раньше игры делали. Даже редактор интересно играть, да? Так, что ж кактус-то делает? Просто без воды растет, я так понимаю. Блин, ну мы сейчас сдохнем так. Как без воды-то? Реально кактусы? Там была развилка. Давайте подумаем, смотрите. На развилке надо будет уходить. Вот здесь. Назначите рабочих на рупорную башню. Ту-ту-ру. Одного работягу надо. Допустим, носильщика уберем. Есть. Показать взаимодействие. Противоядие могу ему бахнуть, кстати. Лечить часть ранения он бы, восполнять здоровье. Но у него фул хп пока. Яд на нем нет. Итак, идти на север, идти на юг. Блин, где тут юг? Вниз, типа? Давайте вниз пойдем. На юг. Опрос в чате. Пишите да или нет, если вы не хотите, чтобы мы поворачивали. Просто да, нет, без всяких там вообще. Идет опрос, твич-опрос. Можете нет говорить, если хотите, чтобы я дальше в засухе херачил и сдох здесь. Ну, как хотите, в общем. Ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту. Добродаром. Добродаром. Потрясающий никнейм. Добро пожаловать в нашу таверну. Спасибо за фоллоу. Приятного просмотра. Ну, то, что... Так, ты встречаешь небольшую группу кочевников, ищущих новый дом. Позволишь им присоединиться? Он бы подчиняется команде, кстати. Он бы вниз пойдет. Офигенно. Кочевники. Взять к себе. Сколько их там? 3. Нормально. Здоровые кочевники. Нормальные здоровые кочевники. Супер. И мы сейчас как раз куда-нибудь оприходуем. Нифига себе, ветеринар он бы. Давай пока закроем тебя. 2 человека тратится на это, прикиньте. А, и нам надо еще дома. Численность всего жилья. Этот дом нифига не достраивается. Но нам придется еще один построить такой дом. Но вообще заменять предыдущие дома придется. Карта немало раскрыта на север. Да фиг знает. Но там пустыня, я не хочу туда идти. Я вот в снег хочу. Я так понимаю, это снег. А, я теперь понял, для чего надо просить его побежать. Командует он бы бежать. Он бы подчиняется команде и бежит. Надо быстрее эту пустыню проходить. Это чтобы эту срань пройти быстрее. Для этого и надо. А розовая это разве не отрава? Да я хрен знаю. Жара, температура временно повышается. Это может повлиять на твои посевы. Да у меня там все, посевов нет. Одни кактусы, блядь. Одни кактусы растут. Может, они собирать уже будут? А, они собирают. А что дает кактус вообще? О, воды дофига. Найс. Прикольно. 4 воды аж. По жаре животину гонит. Изверг поганый.
Ну, блин. Так, лучше, поверь мне. А где голод он показывает? Вот там, вот. Голод он 31%. А наш голод вообще как? 50 пока что. Блин, у меня новые жители пришли. Сколько бездельников, безработных? 5 безработных. Дома вообще мигом, кстати, достроены. Офигенно. Хватает численность всего жилья 38. Качество жилья. Что это значит? Кому из 34 жителей деревни требуется качественное жилье 2? В общей сложности 68. Что значит 68 вообще? Каждому из 34 жителей. А, то есть всем надо нормальные дома. То есть вот эти надо сносить. Так что ли? Кухня для него по-любому нужна. А тут даже... Ну, ну да, надо. Ну, наливаем. Нифига себе. Между нами постояльцами, по-моему, не работает сейчас. Сори. Надо будет вернуть тебе балл канала. Там у Твича все поменялось, и бот теперь не это. Это не это, в общем, теперь бот. Здорово, Бородар, от тебя ведь. Посмотреть очередь запросов. Значит, сейчас вернем тебе балл канала. Да ничего страшного. Не переживай, все вернем. Как это сделать, только не знаю. Нажимаю, значит, управление наградным. Посмотреть очередь запросов. Жму, ни хера не происходит, честно. Я, в общем, верну после стрима. Не могу сейчас это сделать. Надо отдельно на сайт заходить. Странно, что и хапнуть нельзя. Ну, да, согласен. Но я не могу зайти на страницу. Может, отключить эту команду? Надо бы, да. Правильное решение. Здорово, Блэкхок. Кухня, кухня. У нас сейчас исследуется лесопилка. Ой, погладить он бы, да? Он очень устал бежать, кстати. Надо ему сказать, хорош бежать тоже, чувак. Блин, он все бежит и бежит, что ли? Он сейчас уснет нахрен здесь. Блин. Ну в жару спать... Зной, сколько ему там еще идти осталось? Он не дойдет до сюда. Вдруг дойдет. Нет, что-то вряд ли дойдет. Он все. Говорит, посплю немножечко. А потом мы продолжим. Пускай поспит ночью-то. Ночью идти надо в пустыне. Вон, прям все. Он бы спит. Страдает от истощения. Жалко его так вообще. У меня леса, правда, нет тоже ни хрена. О, новое исследование. Онбу кухня, да? Онбу кухня надо делать. Трибушет, кормушка для онбу. Прикольно. Трибушет, ловушка, блин. Готовит из грибов еду. Это надо еще грибницу эту исследовать. Нет, давайте подождет, в общем. Надо лесопилку сейчас. У нас леса нет просто, из чего делать. Сейчас приду.
Чего за стулом? Кого? Это действие, которое в игре происходит, да. Хижина построена, вот, например. У нас безработных 5. Их надо куда-то определить. Кактусы прям цветут и пахнут. У нас сейчас еда закончится просто. Хотя вот эти ягоды, они всегда работают, кстати. Может, еще один собиратель ягод построить? Да, пусть так будет. Леса нет нифига вообще. Че, это фактория, но на спине черепахи, что ли? Дайте две. Но не совсем фактория. Так, погладить он бы я хочу тоже, да. А где тут погладить его? А как его погладить? Не понял. Мы же выучили жест погладить онбу. Что за обманка? Погладить онбу, чтобы повысить доверие исследовано. Не понял, а где это делать? Ветеринар может это делать? Нет. Амонь, пойдешь на день города? Да не планирую вообще. Я на них ни разу не ходил. Кроме... когда мне 16 лет, может, будет 14. Не знаю, что там делать. Так, разведчики стоят. Ну, поехали в шахту. Там еще один дом, но мне пока люди не нужны. У меня с этим-то еще нереально ничего сделать. Все, кактусы хорош делать, короче. Свеклу сажайте мне, свеклу. Дома надо заменять. Досок нет нифига. Дерево надо. Дома, если не заменить, они будут негодовать, я так понимаю, да? Качество жилья 2%. Всего жилья 36. Онбу недовольно ворчит. Рабочие... дробят шипы на спине существа. Что? А, это его шипы, что ли? Шип он бы можно собрать. Но тогда доверие он бы упадет. Блин, я случайно с лесом выбрал. Блин. Да салюты мне не интересны. Не знаю, мне не интересно вообще вот эти салюты. Блин, потрата бабла, короче, государственного отмывания. Вообще не интересно. Тем более у меня ребенок уже, жена спят в это время. Там в 10, по-моему, салют будет. Мне туда что, одному, что ли, ехать? Да и вообще, не знаю, прикола. Неинтересно, короче. Итак, мы выбрались, нет, наконец-то отсюда. Или ты все спишь, что ли? Блин. Надо ему бежать, как бы. Бежать надо. Он, кстати, похавать не сможет, если мы его сейчас не накормим. Как его накормить-то? Он же голодать будет, надо срочно исследовать кухню. А у меня все равно грибов нет. Исследуй, не исследуй, да? Что-то прям капец. Чем там надо всем? Низкое качество жилья. Вон они что. Я говорю, надо менять дома. Для похавать нужна кухня, требушетка, кормушка. Ребенку салютик. Я же тебе говорю, он в это время спит уже. Сегодня что, в Челябе день города? Да.
походу. Я даже не знал, прикиньте. Мне об этом вообще Илюшин сказал, который в гости приехал. У вас, говорит, день города. Я говорю, когда? Вообще-то завтра. Блин. Я, короче, моя позиция такая, что город захламлен нахрен. Его никто не любит, этот город. Все соки из него выжимают. Помойку какую-то превратили в вонючую. Какой тут нахер день города? Типа, вообще, хз, зачем он нужен? Еда заканчивается. Ну, вроде как, пошла немножко в плюс. Таких куча проблем, ребят, всяких разных, жизненных. Вот, грубо говоря, у нас сейчас... Вот, берем пример, да, вот это наш город Челябинск, да? Вот я слежу за тем, чтобы там бездомных не было, там больных, чтобы не было, еще что-то. А у нас салют, блядь. Хотя проблемы те же. Нахера, давай салют, он же круче. Духовная пища. Короче, долгая тема. Бессмысленная. Неразборчивая еда. Неразнообразная. Ему еще разнообразную. Иди кактус пожуй, блин. Вот так вот у нас в Челябинске. Но Рим-то при этом супер классно развитый был. Технологически и по всему остальному он просто образец был современности. Там и акведуки были, и бани, и сортиры общественные. А у нас даже сейчас в Челябинске нет сортиров. Прикинь, а прошло сколько тысяч лет. Ты так сказал, мне аж еще обиднее стало. Зато, наверное, акведуки есть. Не у всех. Я где работал, короче, район был. Такой, рядом с кольцом. Ну, примерно край города. Вот там на краю города дома стояли. Там у нас речка, плотина, короче. И эти дома были временным жильем во время строительства плотины 40 лет назад. Но у нас нет ничего более, как бы... Как ничего более не временного, чем временное жилье и все остальное временное, да? И поэтому они там до сих пор, эти дома стоят, двухэтажные такие. И там нет ничего. И воды нет, они на улице стирают, короче. Взять. Что ему надо, что он хочет? Жилье, хижина, чувствуя радости. Фэй стоит, кайфует вот просто. Молодец. Добрый день, прошу прощения, как вам удалось запустить игру? У меня она лежит в библиотеке Steam, но тут не запускается. У меня пресс-релиз доступ для стримера. Он 14 числа будет релиз. Вот, я показываю игру, чтобы люди поняли, что это вообще, увидели для себя новинку. Многие ее не видели, например. Хотя игра прикольная. Так, у нас теперь много ягод, но их все равно нет. У нас ягод много, но их все равно нет. Что же делать? Жарко, но хотя бы уже не так... Не безысходность, в общем. Немножко редьки стало появляться. Хотя она вообще практически не растет. И воды так и нет. Возможно, надо продолжить с кактусами, да? Блин, что-то все ходят, что-то им все не нравится. Голодает вообще? В смысле, 24 еды. Иди поешь, чувак. Низкое качество жилья. Ой, пипец, конечно. Всего жилья 42. Всего людей 34. Ну. Че народ так много? Ну вот, стало появляться наконец-то народу побольше. Не, у меня спят уже, дочка. Сейчас без песни, ребят. Ферма у нас, кстати, есть. Кухня есть. Что-то, может, новое у нас там исследовалось. Привет, Алексей.
О, время-то, кстати, реально дофига уже. Блин, мне надо... Мне надо, короче, срочно найти строение, которое бы обеспечивало меня стабильным приростом. Вот дерево, например. Чтобы оно и выращивалось, и собиралось. Про что игра? Про блох. Спудимон, вот. Чё прям? Тимофейка, кстати, он идет. Ну, кто у нас там Тимофейка? Идет, собирает ягоды. Молодец. Голодает немножко, правда. Ну, ничего. Собирай ягоды. Тут дерева не хватает, досок. Дерево растет, но очень медленно. И его нет. То есть оно заканчивается. Очень редко появляются какие-то дополнительные деревья. Но этого вообще не хватает. Блин, у нас дофига народу. Мне надо их куда-то пристроить. Тут носильщики. Вот, кстати, носильщика добавим. 4 бездельника. Строители не нужны, по идее. Земледельцы. Ну, значит, нам нужно... Носильщики есть, земледельцы. Разнорабочие. Вот. Безработных ноль. Супер. Даже не хватает. Не знаю, что они сейчас будут делать. Давай лес пусть собирают. Мы сейчас исследуем. О, пошел он бы наконец-то. Почти пришли. Блин, это жара. Это просто нечто. Отправляем разведчиков. Куда, везде, куда можно. Опять упадническое настроение. Город по-малому на улучшение идет. Всех проблем разом не решить. И социальные мероприятия необходимо устраивать. Ради бога. Ну, ты можешь считать как хочешь. Я же не переубеждаю тебя ни в чем. Блин, у меня реально тут голод. Привет, ты на Эвервинтер проходил первый тур? Да. Максимальной сложности с со всеми DLC. Короче, у нас нет еды, но у нас есть же 26 еды. Почему он не может поесть? Вот, поел. Не понимаю, в чем проблема. Голодает, все, поесть не может тоже. Идет на склад, ест, да? Все, не знаю, что они так... Бедолаги какие-то. Всего жилья 40, блин, нифига себе. Можно смело удалять кучу дополнительных домов. Вообще ништяк. И потихонечку застраивать современными. Это новый взгляд на Settlers, что ли? Ну, как взгляд? Это инди-игра с прикольными механиками, современными, интересными, новыми. Я такого раньше не видел. И плюс еще и с интеграцией к Твичу небольшой. Ну, пока-то чат меня не душит, а ведь мог бы и душить. Мог бы устраивать мне тут такое выживание. То есть, хоп, сказать, нет, иди по пустыне. Я бы тут, наверное, вообще сдох. Я очень жду, кстати, The Settlers новый, который. Ну, переиздание серии, или как он там называется у них. Надо, наверное, вот эти два последних дома удалить и построить еще один. И тогда будет ништяк у них. Настроение. Или вот здесь просто построить. Там сверху, может, что-нибудь другое. Ну все, ты договорился, в следующий раз душить начну. Не, я просто предложил, что сразу? Что? Не надо таких резких решений. Бездействуют какие-то ребята у нас. И что бездействуют? Воды нет? Да, вода, наверное, закончилась. Сажай кактусы. Нет воды, сажай кактус. Ё-моё, делов-то. Вот, кстати, сюда надо работягу. Давайте пока одного разнорабочего уволим. Добавим фермера. Предложение стримера закон, блин. Язык мой враг. Так ты вышел уже из пустыни. Да, холодно. Да, это снег реально. Тут еда как раз офигенная. Я прям знал, что надо сюда поворачивать. Фух.
Фух, чуваки спасены. Сейчас пожрет хоть на шон бы, а то сдох бы вообще. Так, чего-то не хватает. Досок, да? Доски, надо лес. Леса дофига. Делайте доски, давайте. Дома нужны нормальные. Анкл, нижнее подчеркивание, Шагарат, говорит ОМОН. Mm-hmm. Сколько вместимость средних хижин? Есть мнение, что их больше надо делать. Каких хижин? Вот таких современных? 6 вместимости. Зачем больше-то? Все, у меня сейчас одна достроится и будет ровно. Лес надо делать. Лес, леса. Лес нужен, лес. Блин, тут ягодную построить бы вообще так офигенно было. Столько ягод вокруг. Че по идее-то, кстати? Так, вода стала появляться, хватит кактусы сажать. Все, хватит кактуса. Свеклу. Свеклы ноль, ягод ноль. Капец, мы сейчас можем умереть абсолютно полностью. Так. Вода хоть стала появляться реально. За 20 лет много населения выросло в стране. О каких улучшениях речь? Я не знаю тоже, какие улучшения. Ну, типа... У меня... Вот я еду на велике, например, да? Это... Я задрался, блядь, каждые 10 метров на этих бортиках, блядь. Просто слов нет. У нас вот даже не понимают, что надо делать эти спуски плавные. За толаран! На коляске на этой вот так едешь. Зима это вообще отдельно. Зимой, чтобы проехать где-то, блядь, я не знаю, тебе внедорожник, сука, а не коляска нужна. Ни одной дороги не чищены нет вообще. Ни одной. Так, отряд разведчиков вернулся, они получили знания. Знания это классно. По дороге едь? По какой дороге? Я по дороге и еду. У нас нет дорог, ничего не чищено. Вот то, что вытоптано людьми, то и дорога. Это миллионный город, между прочим, и хороший район. Не знаю, что там в остальных происходит. Так. Разведчики вернулись, надо отправить новых. А бортики откуда? В смысле, откуда? От сатаны, судя по всему. Нахер эти бортики их в таком количестве? Что бы исследовать? Наверное, лучше заброшенные поселения. Еще немножко людей взять хочется где-то. Отправить на фермы их. За последний год много пандусов сделали, по крайней мере, в советском районе. Ну, может, у вас сделали, у нас все хреново здесь. У нас сделали единственные места такие... пешеходные. Вот одно только место за 20 лет, знаешь, но это как бы не считается. Потому что выборы скоро вот и сделали. Никто не хочет снег убирать, все стримят. Ха-ха-ха. Я работаю, плачу налоги, в чем проблема? Я свой вклад вношу в общество. Какая разница? Есть другие работы. Только знаешь, в чем проблема? С моих налогов деньги не доходят до работников, которые снег чистят. Но в том объеме, в котором должны. Вот в этом проблема. А не во мне. Потому что у них по штату должно быть 20 человек там работы, грубо говоря. Ну просто образно. А работает 3. И им говорят, давай пиздохой чисти как хочешь. И еще дают ему вместо нормальной техники уборочной, дают какой-нибудь... сломанную хрень какую-нибудь. Ну, кстати, да, вот Иллюжин же приехал, он с Тюмени. Говорит, у них там нормально все. В Тюмени все достаточно хорошо, с доступным. Да, да, вот он и рассказывает. А при чем тут? Потому что я стримлю, как бы. Ты же сказал. Никто не хочет снег убирать, все стримят. Никто не хочет снег убирать, потому что там предлагают 5000 зарплату. Вместо нормальной, минимальной хотя бы, я не знаю. Какая минимальная? Минимальная это смех, блядь, на нее не выжить вообще. Минималка должна быть там 1030, ну. Хотя бы. Хе-хе.
Реально, нафиг снег чистил. Он весной сам растает. Да. Зачем что-то делать, если можно, сидя на жопе, бабки лутать? А, ну так, работа-то разные бывают. Не все же могут сидя на жопе бабки лутать. Так. Доски у нас появились? Появились. Нам нужно еще дом сделать. Хотя жилья хватает. Значит, надо сконцентрироваться на стабильном притоке еды. Опять же, еды хватает. Значит, можно развиваться дальше. У них только уровень разнообразия еды им не хватает. Посмотрите-ка на них. Вижу только один вариант, это делать вторую кухню. Крылья баклана. Сделать вторую кухню надо. Получается. В одной кухне будет один тип еды готовиться, в другой другой. По-другому не получится. Поближе к складу обязательно. Я сейчас вообще в Анапе живу. Здесь тоже все более... Знали! Новая застройка тоже нормально. Но новые застройки у нас тоже более-менее в некоторых районах. Скал! 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 У нас просто очень много мусора, грязи. Вообще всего вот это вот. Город очень грязный. Так. Ух ты. Болезнь. Отряд входит в заброшенное поселение. Надеюсь найти хоть что-нибудь. Вопреки за Пандарию! Здесь живет множество людей, но все они страдают от болезни. Эти люди вряд ли выживут, а мы можем заразиться, если останемся. Оставим им воды и уйдем. Но с воды даже нет. А недавно я был в Свердловске. Ни хрена не понял, почему туда много народу едет. Вообще какой-то грязноватый, загруженный город. Мы должны помочь им. Чего бы нам это ни стоило. Мы полечили их, да? Рабочих отравилось у меня. Лекарство действует только на самых молодых и крепких. Видимо, это коронавирус. Большинство жителей желает остаться здесь, но некоторые хотят в твою деревню. На обратном пути разведчики начинают чувствовать недомогание. Похоже, они заразились. Пипец, а у нас как раз нету лекаря, да? Ну хотя трав дофигища. Пусть полечится потихонечку. Разведчики опять больные. Ну, может болеть разведчики. Не, ну я не хочу их потерять. Пусть их лечит сразу, доктор. Доктор Ватсон. Ты... А, все больные. Раз, два, три, четыре, пять. Оу. Надо несколько врачей сразу. Много больных. Сильно страдает от яда. 5 человек. Качество еды им, блин, не нравится. Качество еды 3. Я вообще где такое возьму-то? Ну, все правильно, я согласен. Чем грязнее, тем культура людей ниже. У нас животные просто. Такое население, некоторые, не все, есть, конечно, ненормальные люди. Я же недавно рассказывал пример. Вот сам, для я просто стоял и просто наблюдал это, и я понимаешь, где, в каком ты месте находишься. Короче, около магазина, вот как вы говорите, расширять, сделали красивые клумбочки. Такие, типа, там, аллею. И вот прямо у входа в магазин клумба девочка лет там 9-11, ну такая молодая, маленькая, и мама ее. Мама, значит, там газон сделали, красивая трава. Она берет, сидит на корточках, рвет, короче, газон прям с клумбы по центру ухода. Девочка не знает, мне такая, мам, а я жду тоже с дочкой стою, как бы там, в магазин пошла жена. Девочка говорит, мам, ну зачем ты рвешь, ну, типа, красиво же, ну ты че, прям так вот говорит ей. Он говорит, да что тебе это, всего лишь трава, какая тебе разница? Он говорит, ну блин, всего лишь трава, ну хоть красиво сделали. Ну что ты рвешь? Девочка понимает это все. Блять, меня просто, ну вот, а вот это... Блядь. Вот это про культуру, типа, чем грязнее. Вот она такая культура.
Это культура называется. И это не один пример, как бы. И потому лучше не становится. Как бы ты обезьяну посадишь жить в апартаменты хорошие, он там все загадит, вот и все. И это факт. Если культура, вот как раз население не растет, а мой не сгущает туча. Рассказываю, ну вот с чатом общаюсь, типа, ты что мне нравится? Все, давай за игру, в общем. Да вообще кушать пойду сейчас. У нас поставили мусорки для пластика во дворах. Думаете, кто-нибудь... У нас поставили эту фигню разделитель для, типа, для биомусора и для... Ну, туда никто не лезет почему-то. И для отходов там стеклянных, всяких тар и так далее. В одном месте эксперимент ставили. И его разломали нахрен, короче. Там не знаю кто. И все эти алюминиевые банки и все остальное оттуда вытаскивают, короче. Сами сдают, потом идут. Ну, типа, поняли, да? Разбомбили его, раскурочили и вытаскивают все бутылки оттуда. Вот вам и поставили, блядь, эксперимент. У нас есть и не в ту мусорку картон или... А ты где вообще же? 700 евро штраф. Про штрафы я тоже говорил. Я читал статью, короче. Какую-то там. Что штрафы специально у нас такие сделаны, чтобы их делали. Чтобы люди как бы могли позволить себе их платить. Ну, типа, это не для профилактики и наказания такого, чтобы человек перестал делать что-то, а чтобы пополнить казну просто этими штрафами регулярными. Ну и типа, заплатив первую неделю, получишь там скидку 50% на оплату штрафа. Это же, блядь, маразм. Это просто маразм какой-то. Человек сделал вред. Все, блядь. Сделай такое ему наказание, чтобы он никогда его больше не делал. И не будет он делать его. Эстония, понятно. У нас убрали, наоборот, контейнеры для раздробленного сбора. Так люди туда сваливали весь бытовой мусор для, да, несмотря ни на что. Не готовы, люди просто не готовы. Был свидетелем, как два родителя с ребенком лет 6-8 переходили дорогу на красный свет, и ребенок им говорит, что так где... А у меня еще интереснее было, короче. Мы, значит, стоим... стоит, ну, много народу, короче. С одной стороны и с другой. Я рассказываю, типа, Астре, говорю, смотри, красный свет, идти нельзя. И с той стороны побежал чувак, короче. Перешел до середины, стоит. Я говорю, ну, это дурачок какой-то. В общем, смотри, как красный, типа, ну, он такой один, что-нибудь с ним случится, его там машинка собьет. Другой перебегает опять. Она такая, тоже, типа, хочет бежать. Ну, и они, короче, идут. Я говорю, да дебилы это. Говорит, ну, двоих собьет. Третий перебегает. Я говорю, блядь, да как учить вообще детей? Все такие, ну, кто рядом стоит. Капец, это невозможно. Просто невозможно. Общество не позволяет нормальных действий делать. Ну, типа, в этом окружении, в этом обществе. Типа, ты не научишься ничего хорошего среди вот этого всего. У тебя будет заложено такое же плохое, как это, деструктивное поведение, или как оно называется, невоспитанное. Просто не получится. Тебе что бы хорошее не говорили, все вокруг тебе показывает, что херня. Так, ну что, нам, наверное, кухню вон бы надо. Не, лесопилки мы сделали. Нам нужен уровень еды третий. Рассадник. Здесь лесники собирают побеги с маточных деревьев. Вот это мне надо будет. Карьер. Добывает камень на спине онбу. Для исследования нужны знания. А, ну это как лесопилка, только с каменных этих огромных. Железная печь. Извлекает железо из железной руды. Глубокий карьер. Онбу. Доверие падает. Стеклодув вообще. У-у-у. Сажает деревья, используя побеги, и рубит их, чтобы сделать древесину. Участок должен располагаться на травянистой... Вот это надо делать! Вот это вообще бомба! Лесопилка сразу вместе с выращиванием. Кухня, да. Правильно, кухня онбу, да? Ты хотел сказать. Да они-то в больничке очнутся, а люди научатся, другие маленькие, которые на это смотрят, понимаешь? Мне пофигу на их жизнь. Они жизнь окружающим портят. Вот я к чему. А что кухня-то? Кухня, он бы... Зачем она нужна? Мне же еще надо готовить из грибов еду. У меня даже грибов нет.
есть грибы. Просто надо поставить грибницу, чтобы собирали. Может, рассадник, чтобы деревья росли? Ну ладно, кухня вон, окей, уговорил. Окей, уговорил. Так, ладно, мы сохраняемся вообще. Все, давайте не, о грустном не будем, что-то мы прям это... Такая игра, на самом деле, расслабляет и подбивает на разговоры о чем-то. Просто, типа, ты играешь, болтаешь. Не знаю, мне понравилась игрушка такая чиловая вообще, на самом деле. Даже вон выходить-то не хотелось. И музыка такая еще соответствующая. Я только не понял, как мне сделать еду третьего уровня, если... Качество еды 3. А, подождите, качество еды съедено. А, 3 это типа питаться только хорошей едой. Я понял. А вот разнообразие это как раз две кухни. Здесь, допустим, ягодные мюсли, а здесь будут выращиваться свекольные. Да, свекольник. Разнообразие нужно, да. Ну и все, вот мы сейчас вторую кухню построим, нормально будет. И надо будет грибницу еще сделать. А можно вообще рядом с травами. Тут лесок как раз замечательно. Ну как, где грибница? Ой, лесопилка, кстати, появилась. Надо бы тоже ее сделать. Лесопилку обязательно вообще. Прям вот пенек пусть вот отрубит. Вот тут вот прям. Круть. Не, давайте, подождите. Какая лесопилка? Где грибы? Лачуга грибоведа. Итак, кто у нас будет грибоведом? Грибоведа есть в чате? Ближвак вот сюда. А, можно сделать. Можно просто дорожку опустить. Ничего страшного не будет. Слушай, а как удалить дорогу? Можно? Да. Грибоведство это важно. Ту-ту-ту-ту. Что вам не хватает? Недостаточно ресурсов воды. Блин, вода. Ее и на готовку надо воду, да? Нет. Блин, что-то с водой прям проблема. Давайте кактусы фигачат, пусть реально. Пусть много кактусов насажают, соберут урожай, и чтобы немножко стабилизировать ситуацию. На коричневом у нас сбор навоза, а не лесопилку. У нас есть сбор навоза. Вот это просто Лилу, работник навоза. Навозовый... Блин, вот ему, кстати, надо поставить здесь ларек еды, чтобы он далеко не уходил. Климат-то не для кактусов. В смысле, он вообще не будет расти? Да будет, вон ему нормально все. 200% разложения мороза. Все, ему нравится. Чувак кайфует. Он будрыхнет. Все, в общем, замечательно. Вода сейчас вырабатывается. Заживем. Короче, клево будет. Давай-ка немного другой еды поготовь. Блин, супов не хватает вообще. Надо кухню быстрее достроить вторую. Где доски взять? Досок нет. 38. Доски делайте. Так, а у меня что, работяги, что ли, есть свободные? Один был. Ну ладно, делай доски быстрее вообще. Очень надо доски прям. Приоритет высший. Высший приоритет. Блин, я про разведчиков забываю все время. Мы тут уже ушли, хрен знает куда вообще. Тут, кстати, поворот будет. Пам-пам-пам. Вообще-то грибницу надо строить на грунте. В смысле? Серьезно, блин? Погоди-ка. Бля. Вон вы про что. Понимаю. Ну ладно. Вот коричневая точка, что значит. Ладно. Ну с кем не бывает, ошибился разок. Ну. Вот идеальная грибница здесь будет. Просто шикарная. Бывает такое. Все, пойду я тоже кушать грибницы, блин. Сохраняемся. Новый файл сохранения. Таверн Таун. Первый. Стрим. Один. Сохранить. Вот. Как вам игрушка, ребят? Мы достаточно долго посидели в ней, увидели
возможно, все механики, а может и нет, хотя дальше должно быть интереснее. Мне кажется, дальше просто будут жесткие всякие условия и погодные, и разное такое. Она уже вышла, она выходит 14 числа. Спасибо за приятного аппетита. 14 числа выходит, у нас будет розыгрыш, кстати. Я даже не знаю, давайте сейчас один ключ разыграем. Реально, давайте один ключ разыграем. Без понятия, мне нигде не говорили, когда их разыгрывать. Итак. Вот сейчас. Розыгрыш. Так. Среди всех. А как же байт? Да я не байчу никогда, мне пофиг. Байт, а розыгрыш. Надо было, наверное, делать, хз. Я за нормальную, адекватную аудиторию, которая с нами не из-за байта на ключике. Я для вас хочу ключи, а не для зевак, которые приходят за ключом сюда просто так. Короче, надо писать рофл, да, вот так вот. Кстати, знак ролл. Здорово, гуд. И мне ключик. Надо написать восклицательный знак ролл. Вот, и кто у нас там первый? Опаньки. Нифига себе. 99, блин. Ну, бывает и сотка, кстати. А бывает несколько человек с 99. Осталось 4 минуты. Да? Давайте еще чуть поиграем тогда. А сколько... Кстати, а если я переключусь, интересно, бот сбросится или нет? Только один раз работает ролл. Ту-ту-ру. А что будет сегодня вечером? А, вечером сегодня Star Wars Knights of the Old Republic. Ну, кстати, вечер еще под вопросом. Вы можете зайти в Discord или в Boosty и посмотреть расписание стримов. Что у нас когда и во сколько. 12 это уровень моего везения. Ну-ка, я сколько бросил? Ну, 19. Слушай, я недалеко ушел. Гуд написал там, нет? Гуд, давай пиши тоже. Или бот не пишет всех? Почему всех пишет? Вон же у тебя 49 хэппи. Ту-ру-ту-ду. Пам-пам-пам. Я вот не знаю, если я переключусь, сработает или нет. Но сбросится эта фигня или не сбросится. Сцену, в смысле. Давайте попробуем. Не работает. В общем, вы можете пока ролить. Ну, кто не ролил, потому что засчитывается только один раз. А я еще немножко похожу, пока 5 минут розыгрыша. Так. Он бы идет опять куда-то. Что-то моего ролла нету. Как нету? Вроде и должен быть. Ну да, я тоже не вижу, кстати. Не знаю почему. Хм. А может какой-то... Не добавляется гуд, смотри. Тюм-тюм-тюм. Че, ролим, кстати? Ролим игру. Вот эту. ГГВП. Сцену переключи. Ну-ка, давай попробуем. Да, ничего не меняется. Так же все. Ну чё, он реально не добавляешь?
А, ну я-то уже ролил, какая разница. Роллер сломался. А вам вообще пишет, сколько выпало? Ну, число. Нет, не пишет точно. Ну, а команды, главное, работают, да? Вообще вылетел из чата, бот говорит. Куда он вылетел? Как он вылетел и почему? Говорит, ну нахер я пошел. У чата и баллов канала разные сокеты. Понятно. Go по новой. Блин, человек... А что это было? Победитель Ну Фэнси. Ты здесь? Главное, работает же. Окончание, там все сработало. Анонс розыгрыша. Ну, Фэнси, если ты здесь, напиши мне где-нибудь. Скал! Скал! Ну ладно, давайте еще один ключ тогда. Лол, я первый раз зашел на этот стрим. Ну и что? А, он вот бот вылетел, короче. Не может его прочитать. Тогда не получится разыграть второй раз. Короче, ну, Фэнси, напишешь мне в Дискорде, в ПМ, и я тебя скину. Перезапусти бот, давайте попробуем. А как узнать, зашел он вообще, нет, после перезапуска? Не. Не пишет ничего. Не, ничего не пишет. Ну, я обновил его. Ну ладно, короче, тогда будем заканчивать. Ну, Фэнси, напиши мне, короче, в ПМ на Твиче или на Дискорде, где тебе удобно. Я тебе скину ключ. Спасибо, ребят, всем, кто был сегодня с нами. Я надеюсь, вы отлично провели время и хорошего вам остатка дня. Увидимся в таверне. Не скучайте и заходите к нам почаще. Впереди нас ждет много крутых игр. Бот просто вышел из чата. Говорит, я погнал. Продления, говорит, не было, я пошел. Ту-ду-дун. Пока-пока.